Ну что же, доброго времени суток, уважаемые любители спорта и американского футбола. Мы с вами в Борисполе на стадионе «Колос», где сегодня состоится центральный матч, если не тура, так может быть и первой половины чемпионата Украинской лиги американского футбола, потому что киевские патриоты сегодня здесь принимают трижды чемпионов Украины и действующих бронзовых чемпионов Украины, команду «Лесорубы» из Ужгорода. И поверьте, это будет незабываемое зрелище. И сегодня мы с вами вместе будем наблюдать за действительно настоящей мужской борьбой, за действительно настоящим и крутым матчем. Ну что же, на поле скоро будут появляться команды. Ну и мы с вами будем наблюдать за этим матчем. Матч второго тура дивизиона А, первого дивизиона Украинской лиги американского футбола. Обе команды этот чемпионат начали не совсем так, как им бы хотелось, потому что патриоты проиграли в киевском дерби у команды «Бандиты» со счетом 12-6 две недели назад. И довольно сенсационно «Лесорубы» у себя дома проиграли у киевских «Бульдогов» со счетом 18-20 в первом туре. Это было повторение матча за бронзовые медали прошлого чемпионата. Напомню еще раз, «Лесорубы» бронзовыми призерами являются действующими. Ну а команда «Патриоты» в прошлом году заняла 6-е место в первом дивизионе. Ну и в этом году, конечно же, ребята усилились, конечно же, улучшили состав. И мы ожидаем от «Патриотов» очень крутых результатов. Этот матч для них невероятно важен. Этот матч для них домашний. И в этом матче, я уверен, киевские «Патриоты» покажут абсолютно все, что они умеют. И абсолютно все, к чему они готовились в этом межсезонье. Вот на ваших экранах капитаны двух команд, которые сейчас переговариваются друг с другом. Последние подготовки идут к матчу. И буквально с минуты на минуту здесь, в Борисполе, на городском стадионе «Колос», начнется этот матч. Но перед началом хотелось бы выразить благодарность. Украинская лига американского футбола выражает благодарность мэру города Борисполь Федорчуку Анатолию Соловьевичу в содействии в организации этого праздника в американском футболе на стадионе «Колос». Ну и напомню, что генеральный медиапартнер трансляции — спортивный фонд Сергея Дядечка, Дядечка Спортфанд, ну а генеральный транслятор — Мост Видео ТВ Продакшн. Бригада арбитров на ваших экранах, и именно они будут судить этот матч. Я постараюсь все-таки на протяжении трансляции немножечко рассказывать о том, какие функции выполняет каждый из этих арбитров и, в принципе, что происходит. Потому что мы прекрасно понимаем, что американский футбол – это новый вид спорта для Украины, и он набирает, стремительно набирает популярность. Но не все пока знают хорошо правила, поэтому я постараюсь в некоторых моментах объяснять, что же происходит и почему происходит именно так. Ну, комментировать эту игру для вас буду я, Виталий Волочай, и я надеюсь, следующих 3 часа вы проведете с пользой и приобщитесь к культуре американского футбола, вида спорта, который во всем мире уже давно-давно обходит по популярности разнообразные другие виды спорта и понемножечку-понемножечку уже приближается к традиционным там видам спорта, как футбол, как баскетбол и так далее. Ну что же, ну а сейчас будут выходы на поле. Трекратные чемпионы Украины «Лесорубы» из Ужгорода выходят на поле. Конечно же, с главным реквизитом — это топор в руках у одного из игроков. Поверьте, это всего-навсего реквизит. Ну что же, гости сегодняшнего матча — ужгородские «Лесорубы». Ну и хозяева матча — киевские «Патриоты».
Ну что же, вот и на поле обе команды. Аплодисменты от зрителей, которые собрались здесь. Довольно много зрителей сегодня на стадионе. А, конечно же, выходной день. Не самая удачная погода, но самое главное, что нет дождя. И матч будет хороший. Представление судей у нас идет. Цикало Сергей из города Киева, один из самых опытных арбитров. Дмитрий Алексеев из Винницы, главный рефери сегодняшнего матча. Ну а сейчас прозвучит гимн Украины. Гимн Украины прозвучал в выполнении народного аматорского хору «Терниця». Ну что же, прозвучал гимн Украины, и мы будем переходить уже от самого приматча, как, наверное, это модно называть, к основным событиям, к тому, благодаря чему мы собрались здесь сегодня, к матчу второго тура дивизиона А Украинской лиги американского футбола между киевскими патриотами и лесорубами из Ужгорода. С чего начинается абсолютно каждый матч в американском футболе? Это с коинтоса, это с броска монетки. И сейчас по 4 капитана с каждой стороны, от каждой из команд, сойдутся в центре поля для того, чтобы определить, кто же будет начинать игру. Вы видите, разбегаются по разным бровкам коллективы. Ужгородская команда сегодня играет в зеленой форме и в форме черной. С такими наплечниками цвета хаки играет команда «Киевские патриоты». Патриотс против «Ламберджекс». Но опять-таки, почему по 4 капитана с каждой стороны участвуют, вот, в отличие от привычного нам баскетбола или европейского футбола? Потому что в американском футболе каждая команда, по сути, делится на 4 подразделения. Вот составы команд на ваших экранах. Ужгородские лесорубы. Я сразу обращаю внимание на 4-го номера Энтони Бенсон, вайд-ресивер, 183 сантиметра, 83 килограмма веса. Также на 7-го номера квотербека Василия Йордана. Этих парней мы сегодня будем очень много видеть и очень много о них будем разговаривать. Эти два игрока, кроме того, что играют за ужгородских лесорубов, являются звездами также венгерского сильного чемпионата, где они играют за команду Мишкаль Стилерс, за команду, которая в одном из сильнейших европейских чемпионатов сейчас идет на первом месте. И первая в том самом чемпионате гарантировала себе попадание в плей-офф. Опять-таки, матчи той команды вы можете смотреть на Сарисимост-видео. Но это состав «Патриоты», киевские «Патриоты», молодой коллектив,
квотербек Рустем Сейтметов. Сейтметов, тоже обратите внимание на этого парня. Ну и будем мы вас знакомить с составами уже ближе к матчу. По ходу самого матча будем разбираться, кто из этих парней должен, скажем так, попасть на ваш карандаш, для того, чтобы вы обратили внимание на игроков. Поверьте, очень много действительно классных футболистов сегодня будет на поле Бориспольского стадиона «Колоса». И игра обещает быть очень горячей. Ну что же, в центре поля сейчас мэр города Борисполя, а также президент Украинской лиги американского футбола Максим Шило вместе с рефери, а также вместе с четырьмя капитанами каждой из команд будут участвовать сейчас в процессе броска монетки. Возвращаюсь я к объяснению тому, почему именно четыре капитана, потому что каждая команда, состав каждой команды делится, по сути, на четыре функциональных подраздела. Это команда нападения, команда защиты, а также команда Special Teams и, собственно, общий капитан. Поэтому у нас есть четыре капитана, каждый из них заведует одной из подчастей коллектива. Ну и сейчас нас ждет Коинтос. С седьмым номером лицом к нам, мы видим, стоит квотербек команды из Ужгорода. Это Василий Йордан. И именно он сегодня будет зажигать. Так, ну что же, кто выигрывает Коинтос? Выигрывает Ужгород. И лесорубы будут сейчас выбирать, принимают ли они мяч. Начинают они в нападении. Либо... Ну и ждем решения команды. Команда «Патриоты» будет начинать на приеме, то есть в атаке будет начинать команда из Киева. В защите будут начинать троекратные чемпионы Украины. Ну и приветствия капитанов между собой. И прямо сейчас будут разбегаться. Джефф Вайнов, главный тренер команды из киевских «Патриотов». Тренерский штаб «Патриотов» полностью состоит из американских тренеров. Это Джефф Вайнов, которому помогают Ван Балтери и Альфазамин Уильямс. Эти ребята, поверьте. Ну и вот хадл команды Patriots перед стартом. Ваша главная цель — Это просто-напросто делать так, чтобы вы не теряли мяч. Ну что же, вы слышали, я думаю, не стоит это даже переводить. Семья на счет 3, действительно, большая команда, это огромная семья. Каждый за каждого. Команды выходят на поле, и начинать с приема будут киевские «Патриоты». Сейчас будет стартовый удар в исполнении лесорубов. И начнется этот матч. 4 четверти по 15 минут грязного времени. Напомню вам еще. И после этих 4 четвертей мы узнаем, кто же станет победителем в этом действительно принципиальном матче. Стартовый удар прямо сейчас мы увидим. Ну и последние уже переговоры между собой. Роман Богуславский, игрок под 33-м номером, которого мы будем тоже часто видеть. Это задний бегущий раннинг-бэк команды Lumberjacks, команды Лесорубы из Ужгорода. Именно он будет начинать этот матч своим ударом с ноги. Ну что же, киевские «Патриоты» против ужгородских лесорубов. Поехали! Первый удар, и возврата не будет. Прекрасный стартовый удар. Перебивает все поле Роман Богуславский. И с 20 ярдов будет начинать свое нападение команда «Патриоты». Что же, выходит на поле 11 игроков нападения «Патриотов». И все же стартовать у нас будет квотербек под седьмым номером. Это Александр Кутаев. Вот мы видим его. Высокий парень. И пошел хадл команда. Или все-таки Дмитрий Захарович? Да, все-таки Дмитрий Захарович будет играть на с квотербеком. Да, Дмитрий Захарович разыгрывает. У «Патриотов» есть три квотербека, которые, в принципе, могут друг друга заменять. Но основной — Дмитрий Захарович. Ну и начинаем смотреть игру. Итак, первый розыгрыш, скорее всего, будет через раннингбека идти игра. За спиной стоит у квотербека сразу два раннингбека. Да, попытка выноса через центр. Довольно неплохая попытка. И несколько ярдов зарабатывает 27-й номер. Это Делил Бартли, американский легионер команды Киев Патриотс. Обращаем также внимание, ну, конечно же, американский футбол — это вид спорта,
как мы понимаем, американский. И, соответственно, парни из Америки, легионеры, они будут вносить невероятный импакт в все события, которые происходят на поле. Ну что ж, второй розыгрыш нас сейчас ждет. Осталось несколько ярдов для того, чтобы заработать первый даун. Ну и мы смотрим похожая расстановка. Опять-таки два игрока за спиной квотербека. И на этот раз будет пасовая комбинация. Пасовая комбинация на 80-го номера, но не точный пас сейчас пошел. Вайд-ресивер Александр Фалько был целью этой передачи от Дмитрия Захараша, но, к сожалению, не совсем точный пас. Но стоит отметить, что очень неплохой розыгрыш и действительно интересная задумочка была у киевской команды. Третий даун. Если, напомню вам, если сейчас с этой попытки не дойдут до линии 30 ярдов, до отметки, вот видите, на которой стоит значок 30, если не пройдут буквально этих 3 ярда, то мяч придется отдавать ужгородской команде просто так. Ну что ж, смотрим розыгрыш. И это пас за спину. Пытается опять-таки Дарил. Ой, какой хорошая комбинация. Если сейчас будет защита, прекрасно прорывается. У нас 27-й номер команды из Патриотс, но все-таки останавливает его. Делил Бартли не смог набрать несколько нужных ярдов. И смотрите повтор. Очень хороший был тос за спину. Не ожидала защита Патриотов, но хорошо играет offensive lineman Патриотс и вынуждает бегущего команды из Киева менять, собственно, свой маршрут и ошибается. Четвертый даун. Если киевские патриоты прямо сейчас не наберут вот эти нужные 7 ярдов, то мяч на этой же точке останется, но достанется он команде из Ужгорода. Поэтому нас ждет сейчас пант. Удар ногой. Чем дальше, тем лучше, но пант не самый удачный. И останавливается мяч на половине поля Патриотс. А вот тут интересный момент, потому что мяч накрыл игрок киевской команды. И там была попытка борьбы. Да, все-таки мяч остается у Ужгорода. Ну и чем этот момент, конечно, неприятен для Патриотс, потому что мяч остается на их половине. На 45-ярдовой отметке. В американском футболе не в метрах, а в ярдах измеряется расстояние. Опять-таки, мы понимаем, что корни этого вида спорта приходят из Соединенных Штатов Америки. Ну и всего 45 ярдов нужно ужгородским лесорубам для того, чтобы заработать первые очки в этом матче. На поле выходит нападение команды из Ужгорода. И обращаю внимание, ближе всего к нам на камере 4-й номер Энтони Бенсон, Василий Йордан, квотербек команды. Первый снэп, высокий довольно снэп через центр Роман Богуславский. И он уронил мяч, но, к сожалению, для киевской команды, уже после того, как оба его колена упали на землю. И это считается, когда оба колена игрока уже на земле, это считается законченным розыгрышем. Поэтому набирает 6 ярдов Роман Богуславский, 33-й номер. Команды из Ужгорода, вот нам повтор момента дают, немножко высокий снэп, но Роман хорошо поймал мяч, мы видим, увернулся от одного защитника и смог пробежать дальше. Смотрим, второй даун, 4 ярда нужно пройти команде из Ужгорода, и Василий Йордан сейчас будет опять с мячом. Василий Йордан опять через Романа Богуславского, через центр, Роман Богуславский прорывается дальше. Великолепная игра, через центр около 10 ярдов набирает Роман и зарабатывает первый даун для своей команды. Не справляются киевляне пока с тем давлением, которое создают их оппоненты через центральную зону. Давайте посмотрим повтор. Вот отличная игра offensive line. Просто огромную прорезь в защитных редутах создали offensive linemen и дали возможность Роману Богуславскому пробежать более 10 ярдов с мячом. 25 ярдов до зачетной зоны, и ужгородская команда получает еще 4 попытки. Первый даун. Смотрим. Василий Йордан. Сейчас будет пасовая комбинация. Энтони Бенсон. Пас нет. Не на Энтони Бенсона. Какая ошибка могла быть. Пас шел на 49-го номера, на тайтенда команды Юрия Нагорняка, который освободился из-под опеки, но, к сожалению, сделал несколько лишних шагов и не смог вовремя принять эту передачу. Давайте посмотрим, как это выглядело. Освобождается от опеки Василий Йордан. Ну и неплохой был пас, к сожалению, не смог его удержать и защитник, который был близок от перехвата. Ну и был там рядом еще один ресивер, первый номер Антон Усенко. Смотрим, второй даун, два ресивера у нас справа, на этот раз через Романа Богуславского, через центр. Великолепная игра защиты киевской команды.
не пропускают они Романа Богуславского дальше, чем на 3 ярда. Ну и сейчас нас ждет третий даун. 7 ярдов до нужной отметки. 7 ярдов нужно пройти сейчас команде из Ужгорода для того, чтобы заработать передаун. Смотрим повтор. Вот он, Роман Богуславский. Очередной розыгрыш через него. И хорошо, хорошо отыгрывает защита патриотов. Третий даун. Очень важный момент для команды из Ужгорода. Высокий снэп. Пас направо. Это Энтони Бенсон. Энтони Бенсон дропает мяч и накрывает его все-таки команда из Ужгорода. Очень опасный был сейчас момент, потому что по сути это инкомплит пас. По сути, мы видим, передача шла в руки Энтони Бенсону, американскому легионеру. Он поймал мяч, но не смог его зафиксировать. И, соответственно, по правилам американского футбола это считается инкомплит пасом, точнее, не точным пасом. И поэтому нас ждет четвертый даун прямо сейчас. Четвертый даун, и будут играть его ужгородские лесорубы. Если сейчас они не смогут пройти последних нужных для них 4 ярда, они потеряют мяч. Ну что же, смотрим. Важнейший розыгрыш. Василий Йордан. И через центр. Нет, нет, это фейк, это фейк. Василий Йордан сам ногами. Василий Йордан набирает расстояние блока. Да, это не Бенсон. Василий Йордан, это тачдаун в исполнении ужгородских лесорубов. Великолепнейшая комбинация. Надурили абсолютно всех лесорубы и защиту соперника и вашего комментатора. Вы посмотрите на этот чудесный фейк. Вкладывает мяч в руки, и защита бросается за Романом Богуславским. И вот он, Василий Йордан. Один из лучших квотербеков Украины. Набирает дистанцию. Хороший блок от Энтони Бенсона. И первые очки в этой игре зарабатывают гости нашего матча. Команда из Ужгорода. 6-0 становится счет. Ну а после того, как заносится тачдаун в игре, у каждой команды есть возможность реализации, то есть пробития филдгола. И вот сейчас мы будем смотреть за этим процессом. Есть возможность набрать еще одно очко, если забьет этот филдгол игрок команды из Ужгорода. Очень высокий снэп. И, к сожалению, не получится ничего сделать. Захватывают патриоты. Не получилось у Романа Богуславского набрать еще одно очко. Но счет 6-0 у нас в матче. И лесорубы начинают так, как и положено, фаворитам этого матча. Потому что, конечно же, трехкратные чемпионы Украины. Конечно же, команда, которая является действующим бронзовым призером, является фаворитом этого матча. Напомню еще раз, что киевские патриоты — это молодой проект, это молодая команда. Команда, которая только начинает свой путь. Команда, которая только восходит, скажем так, на сцене американского футбола в Киеве, в Украине. Пока у нас вводят игру мяч ужгородские лесорубы. Напомним, что 4 команды в первом дивизионе играют. Это ужгородские лесорубы и киевские патриоты, которые прямо сейчас на поле Бориспольского стадиона «Колос» выясняют отношения. Ну, а также еще 2 киевских команды. Это «Бандиты» и «Бульдоги». Ну что же, розыгрыш. Будет попытка возврата от патриотов. Смотрим на возврат. Хорошо, неплохо набирает 10 ярдов. И останавливают на 35-ярдовой отметке Сергея Безуцкого, 3-го номера вайд-ресивера команды Patriots. Ну и мяч переходит к киевской команде. Смотрим повтор стартового удара. Ну, вот он. И вот он, возврат. Конечно, очень тяжело зафиксировать мяч. И тут в защите отработали лайнмены патриотов, дали возможность немножечко ярдов набрать Сергею Безуцкому. Ну что же, переходим к атаке, к очередной атаке киевских патриотов. И через центр еще одна попытка сыграть через раннингбека команды Делила Бартли. Ну и на этот раз 3 ярда набирает Делил. Один из, конечно же, лучших игроков, один из самых известных игроков. Ну вот мы видим, первый номер квотербек Дмитрий Захараш подбегает к тренеру команды, к главному тренеру, к Джеффу Вайнеллу, получает от него некоторые рекомендации. И посмотрим, что же придумали патриоты на этот второй драйв. В повторе мы видим, как хорошо отработала линия защиты. Так, 2 ресивера у нас по разным краям поля. Возможно, будет пасовая комбинация. Смотрим. Вкладывает в руки Дрил Бартли. Очередной через центр. Не получилось. Нет, на этот раз это был не
Делил Бартли. На этот раз сыграли через второго своего раннинг-бэка, через фулбэка Александра Симоновича. Очень мощный игрок, 183 сантиметра роста, 90 килограмм веса. Вот он, 23-й номер, Александр Симонович. Мы видим, пытался прорваться через одного из лучших защитников украинской лиги, второго номера лесоруба американского легионера Итана Мича. Но, как вы понимаете, не так легко пройти эти защитные редуты. Третий даун. 5 ярдов нужно набирать киевской команде для того, чтобы остаться с мячом. Так, это будет пасовая комбинация. Хорошая игра защиты. И пас летит слишком далеко. Не получилось выверенный и точный пас отдать на Александра Фалько. Потому что вот сейчас вы в повторе видите, как отыграл defensive line команды из Ужгорода. Очень вовремя они прорвали защитный редут, очень вовремя цепанули за пояс квотербека соперника. Ну и, соответственно, не дали возможности киевской команде набрать первый даун. Ну и опять у нас четвертый даун, четвертая попытка пройти этих 5 ярдов. И опять-таки, если не смогут патриоты прямо сейчас... Так, будет у нас пант. Пант довольно успешный, но будет возврат. Будет возврат. Энтони Бенсон с мячом. Энтони Бенсон не может зафиксировать мяч. Все-таки принимает его. Энтони Бенсон пытается прорваться, но не получается у него. И практически все поле впереди у команды из Ужгорода. Счет 6-0 в их пользу. 2 минуты до конца первой четверти матча. И очередная попытка ужгородской команды. На поле выходят опять-таки нападение. Вы уже должны прекрасно знать этих ребят, если вы смотрите трансляции Украинской лиги американского футбола, либо чемпионата Венгрии. 4-й номер Энтони Бенсон, 7-й номер квотербек Василий Йордан. Обращаем еще раз ваше внимание на этих двух игроков. 33-й номер невысокий. За спиной стоит у квотербека. По правую руку квотербека вы видите, это Роман Богуславский. 170 сантиметров, 81 килограмм веса. Очень юркий, невероятно быстрый раннинг-бэк ужгородского коллектива. Смотрим на розыгрыш. Смотрим на розыгрыш. Опять через Романа Богуславского. Роман Богуславский набирает дистанцию. Будет блок от Энтони Бенсона. Роман Богуславский выбегает в аут на 32-ярдовой отметке. То, о чем я говорил. 170 сантиметров, маленький рост, но невероятно быстрые ноги. И этого игрока не могут остановить ни у нас в украинской лиге, ни в венгерской лиге, где, напомню, еще раз играет он за команду Мишкаль Силер. Смотрите, повтор расчищает для него место для забега. Ну и когда набирает этот парень разгон, остановить его очень-очень сложно. У первого защитника это не получилось. Ну и только боковая линия поля смогла сдержать Романа Богуславского. Очередной первый даун для команды из Ужгорода. Смотрим. Три ресивера у нас на поле. Опять через Романа Богуславского, через центр. Но на этот раз команда из Киева играет очень четко в защите. Не дают возможности Роману пробежать больше, чем 3 ярда. Время не останавливается, когда мяч остается в поле. И когда, собственно, ногами пытаются выносить игроки. Поэтому мы видим, остается меньше, чем 1,5 минуты до конца первой из 4 четвертей этого матча. Ну что ж, второй даун, 8 ярдов нужно пройти лесорубам. И 3 ресивера по правую руку от квотербека. Очень похоже на пасовую комбинацию. Так, будет пасовая комбинация. Квотербек набирает разбега. И сейчас будет пас. Пас идет на первого номера. Очень хороший пас получился. Антон Усенко отработал. Это один из интересных игроков команды из Ужгорода. Только потому, что этот парень мультифункционален. Он играет как в нападении вайд-ресивера, то есть принимающего, что мы сейчас видели в исполнении, так и в защите. Он играет позиции strong safety, отыгрывает с принимающими команды соперника. 3-й даун и 2 ярда нужно пройти лесорубам. Заканчивается понемножку первая четверть. Я думаю, все же успеют они этот розыгрыш провести до момента смены сторон. Между первой и второй четвертями будут меняться команды сторонами поля. Да, 2 ресивера справа, 2 ресивера слева. И Роман Богуславский по правую руку от Василия Йордана. Ну и посмотрим, какую комбинацию ужгородская команда придумает сейчас. Василий Йордан просто бросается вперед и зарабатывает нужные ярды для команды из Ужгорода. Блестящая игра. Очень классно расписывает комбинации трикратные чемпионы Украины. И первый даун зарабатывают они
с помощью вот такой нехитрой комбинации, когда защита соперника ожидает, что ты будешь давать пас, либо будешь вкладывать мяч в руки 33-му номеру Роману Богуславскому. Но Василий Йордан умеет бегать, и не зря он уже набрал сегодня один тачдаун ногами. И сейчас он заработал нужные 3 ярда. Ну что ж, первый даун. Первый даун на 6 ярдов, пас на Антона Усенко. Опять-таки на первого номера пошла эта передача. И опять-таки передача хорошая, потому что мы видим, не хватает сейчас мысли в защите у Патриотс. И перекрыть абсолютно все таргеты, перекрыть всех игроков, с которыми играет квотербек Василий Йордан, не получается. Антон Усенко принимает мяч и набирает еще несколько ярдов. Уже на половине поля соперника ужгородцы, и смотрим на продолжение атаки. 4 ярда. Василий Йордан с мячом. Вкладывает в руки Роману Богуславскому. Хороший забег на левый фланг. Роман Богуславский набирает еще ярды. Роман Богуславский останавливает его на 25-ярдовой отметке. Неуловимый Роман. Не могут с ним никак справиться. И очередные ярды зарабатывает он. Но мы видим, тем временем травмирован один игрок киевской команды. Конечно, это контактный вид спорта. Никуда без травм здесь. Но вы понимаете, что травмы зачастую это... Да, судейский тайм-аут берется из-за этого маленького повреждения. Я надеюсь, маленького повреждения. Это 37-й номер. Сейфти. Кравченко Евгений. Ну что ж, вот у нас первое нарушение в игре. 64-й команды, номер команды из Лесорубов. Это венгерский легионер Андер Азман нарушил правила. Нарушение называется холдинг. По сути, это удержание игрока команды соперника. В американском футболе, несмотря на то, что кажется, что можно все, но на самом деле нельзя делать очень много вещей. В частности, нельзя руками хватать и придерживать оппонента. Вы можете толкать оппонента, вы можете цеплять оппонента, который с мячом. Но если игрок без мяча, вы не можете схватить его руками и держать, не отпускать, пока он бежит. То есть, если у вас хватит силы вытолкать оппонента, это хорошо. Если у вас сил не хватает, то ни в коем случае руками цеплять его нельзя. Все нормально, мы видим у игрока команды из Киева. Все так же хорошо у игроков команды из Ужгорода. И продолжается у нас комбинация. На 10 ярдов отодвинули место, откуда начинается розыгрыш. Ну и второй даун в исполнении Василия Йордана. Василий Йордан. Будет пасовая комбинация. Василий Йордан. Пас. Центр. Очень хороший пас на 49-го номера. Это тайт-энд команды Юрий Нагорняк. Очень-очень мощный игрок. 190 сантиметров. 106 килограмм веса. Такую машину очень сложно остановить, когда она добирается до мяча. Ну и мы видим Юрий Нагорняк. Первый прием в этой игре. И прием успешный. Продолжает идти время. У нас мы видим, судьи показывают, что время идет, пока мяч на поле. Время останавливается только, напомним, если мяч выходит в аут, либо неточный пас один из игроков не может принять, либо выпадает мяч у него из рук. Только тогда останавливается время. Так, Василий Йордан, очередная комбинация. Пас налево. И это почти точный пас. Очень хороший мог быть кетч, если бы поймал его 17-й номер. Это еще один венгерский легионер, Тудор Киллар. Но не получилось. Очень быстро разыгрывают команда из Ужгорода. Не дают возможности продышаться, не дают возможности обсудить варианты развития игры, защиты киевских патриотов. Все очень быстро делают игроки из Ужгорода. Очередная комбинация. Два ресивера справа, два ресивера слева. Роман Богуславский по левую руку от Василия Йордана. Ну и смотрим. Василий Йордан сам через центр. Василий Йордан прорывается. Василий Йордан 10 ярдов. 15 ярдов. Василий Йордан выходит в аут на 21-ярдовой отметке. Очередная комбинация. Очередной фейк. Очередная комбинация, при которой квотербек ногами набирает ярды, и очередной раз эта комбинация оказывается успешной.
Хорошая игра от Василия Йордана. Ну, давайте посмотрим. Мы видим, не ожидает никак защита. И Василий Йордан прорывается через офенсив лайн. И только лайнбекеры, только 13-й номер Сергей Лисиченко остановил Василия. Первый даун. 20 ярдов до зачетной зоны. Могут увеличить сейчас счет лесорубы. Василий Йордан через Романа Богуславского, через центр. Не пройдет. На этот раз Роман не набирает ничего в этой комбинации игроки из Ужгорода. Ну и отмечаем очередную хорошую игру Сергея Лисиченко, а также дефенсив-энда Юрия Гундича из команды Patriots. Именно они останавливают вот эту машину из Ужгорода, которая разогналась, которую остановить невозможно. Пока мы еще в игре не видели Энтони Бенсона на правую бровку. Он сейчас убегает. И вот сейчас будет интересная комбинация, потому что три ресивера по правую руку. Вы видите, третий номер, четвертый номер и 49-й Юрий Нагорняк. И, скорее всего, комбинация пойдет сейчас туда. Так оно и есть. Василий Йордан. Пас. И четкий прием. Ваут. Выбегает третий номер. Вот показалось, что может быть сейчас штраф, но все-таки в поле еще был третий номер команды из Ужгорода. Это Рибальченко Денис. И толкали его в спину, выталкивали за пределы поля. Все в рамках правил. Когда запомнит, сейчас вы посмотрите на эту пасовую комбинацию. Весьма очевидная комбинация была. И вот он, Рибальченко Денис, ловит мяч и выталкивает его за пределы поля. Но мяч остается у команды из Ужгорода. Третий даун. И 2 ярда нужно набрать лесорубам для того, чтобы сработать еще 4 дауна и продвинуться дальше по полю. Так, Василий Йордан. Пасовая комбинация. Пас направо. И Энтони Бенсон не ловит мяч. Второй раз в сегодняшнем матче мы видим пасы на Энтони Бенсона. И второй раз Энтони Бенсон не может принять передачу. Дропает мяч. Ну и смотрите, четвертая, последняя попытка у команды из Ужгорода. И это довольно опасно, потому что если прямо сейчас лесорубы не смогут набрать 2 ярда, мяч перейдет в руки киевского коллектива. 2 ярда. Всего ничего. Несколько шагов, но 11 игроков защиты будут мешать это сделать Василию. Мы видим, Василий дает команды на правый свой фланг. Василий сам ногами захватывает его и теряет мяч команда из Ужгорода. Великолепный захват, шикарная игра от защиты. Отмечаем, 69-й номер команды из Киева. Это Алексей Василевский, defensive tackle, очень мощный игрок. Алексей Василевский, 190 сантиметров, 108 килограмм веса. Не дает возможности он Василию Йордану пройти этих 2 ярда и теряет мяч команда из Ужгорода. Он переходит в руки киевских патриотов. Поддержите, друзья, поддержите команды. У киевских патриотов пока в этой игре за всю первую четверть ни разу не получилось заработать первый даун. Защита команды из Ужгорода играет просто великолепно. Ну и смотрим, получится ли сейчас. Получается неплохо. Хорошо отрабатывает у нас раннингбэк. Тот самый 27 номер Делил Бартли из Америки. Но не совсем получается. Но мы видим, пытается сразу поменять как-то систему игры. Потому что на этот снэп выходит новый квотербэк. Это 16 номер Рустем Сейтмеметов. Именно он в этом драйве будет руководить действиями команды. Ну и посмотрим, получится ли у Рустема поменять ход игры. Вот повтор розыгрыша был. Делил Бартли пытался пройти, но очень сложно пробиться. Так, второй снэп. Опять-таки попытка забега. Очень хорошо. 23-й номер команды из Киева продолжает оставаться с мячом. И только сейчас его остановили. Александр Симонович, 23-й номер. Обращали мы уже ваше внимание на этого игрока. Очень мощный фулбэк. Отличается фулбэки от раннингбэков в первую очередь тем, что раннингбэки — это как вот Роман Богуславский, маленькие, но юркие парни, 170 сантиметров, 80 килограмм. В то же время как фулбэк — это игрок, который может спокойно помогать еще в блокировке, то есть в игре offensive своего лайна. Ну и, соответственно, габариты 183 сантиметра роста, 90 вес. Они говорят себе. Неплохой забег. Впервые в этой игре зарабатывает первый даун
команда из Киева. Ну и заканчивается первая четверть игры. Команды меняются половинами поля. И киевские патриоты остаются в нападении на 45-ярдовой отметке. На половине поля команды Лесорубы. Ну что же, Рустем Сейтмеметов по-прежнему у нас на позиции квотербека. Два задних бегущих у нас имеется у него за спиной. Скорее всего, через них пойдет комбинация. Нет, Рустем будет давать передачу. Пас высокий. И вот сейчас довольно спорный момент. Мы смотрим на рефери, потому что был контакт игрока защиты, был контакт Дениса Рибальченко с принимающим команды, с Дмитрием Захарышем, с тайтендом команды Патриотс. Но мы видим, разводит руками Дмитрий Захарыш. Считает он, что было нарушение правил. Но рефери так не считает, нарушения правил не было. Напомним, что нельзя играть с игроком, который без мяча, нельзя его атаковать. Его можно провожать взглядом, за ним можно бежать, но ни в коем случае нельзя атаковать, придерживать, либо мешать получить мяч руками игроку, который пытается этот самый мяч принять. Смотрим. Второй даун, по-прежнему 45-ярдовая отметка. На этот раз попытка забега. Ну и не получается. Не получается. Делил Бартли очередной раз через центр пытается пробежать. И очередной раз offensive line. Простите, defensive line команды из Ужгорода останавливает его. Второй номер. В первую очередь Итан Мич. Обращаем на него внимание. Ну и 70-й номер. Один из самых опытных игроков — Евгений Рахимов. Один из самых опытных игроков в украинском, американском футболе. Также играет он и в чемпионате Венгрии. Третий даун. Третий даун и важный момент. Киевляне должны пройти всего несколько ярдов для того, чтобы заработать. Так, пас неточный. Могли сейчас потерять мяч. Пас был на 23-го номера, на Александра Симоновича, который сыграл такую фейковую комбинацию. Выбежал на прием фулбэк. Но, к сожалению, не получилось у него принять мяч. Ну и 12 ярдов нужно пройти сейчас киевлянам для того, чтобы оставить мяч у себя. Четвертый даун. 12 ярдов. Киевские патриоты могут еще раз потерять мяч и отдать его лесорубам. Уходит с поля тайтен Дмитрий Захарыш. Появляется, уходит с поля также Делил Бартли. Выходит Special Team, специальная команда. Это нам говорит о том, что будет очередной пант. То есть будут пытаться отдать мяч, но очень далеко. Так, у нас желтый флаг, нарушение. Слушаем рефери. Скорее всего, фальстарт у одной из команд. Патриоты, 25-й номер, фальстарт. Да, 25-й номер команды Патриоты, Квашук Денис. Немножко рановато стартовал, скажем так, еще до снэпа, до того момента, как мяч входит в игру. Нельзя стартовать с линии скриммиджа, с линии, на которой стоят обе команды. Ну и, соответственно, 5-ярдовым штрафом наказана команда Патриоты. Мяч отодвигается на 5 ярдов ближе к их зачетной зоне. Ну и повтор снэпа. Пант. Очень хороший пант, но будет прием. Будет... Нет, нет, нет. Не смог принять Энтони Бенсон. Энтони Бенсон. Энтони Бенсон с мячом. Будет пытаться возвращать мяч. Энтони Бенсон набирает ярды, но всего 5 ярдов. И ошибка Энтони Бенсона. Не надо было ему принимать этот мяч, скорее всего. Надо было дать возможность мячу улететь за пределы поля. И тогда с 20-ярдовой отметки стартовали бы лесорубы. Все больше и больше зрителей на трибунах Бориспольского стадиона «Колос». А вы знаете, для меня, как для любителя американского футбола, я уже несколько лет слежу за событиями в Украинской лиге американского футбола, этот стадион, это поле, эти трибуны и то, как подготовлен к матчу сегодня стадион, и как лига подошла к матчу, как команды и пришел перед матчем, это действительно новый уровень. Мы будем надеяться, что все больше и больше матчей будет проходить у нас в такой атмосфере, на этом стадионе. Посмотрим. Ну что же, Ужгород в атаке через центр. Роман Богуславский. Очередная попытка. Зарабатывает он около 4 ярдов. Ну и мы видим, пострадал у нас немножко рефери. Это тоже случается в американском футболе, как и в хоккее. Может случайно под раздачу попасть рефери, когда 22 разъяренных
игрока несутся друг на друга, вы понимаете, что на пути у них лучше не стоять. Второй даун. И около 6 ярдов, по-моему, нужно пройти. Смотрим на повтор момента. 5 через центр. Ну, на этот раз хорошо сыграла защита. 56-й номер. Это лайнбекер Артем Пугач. Так, фейк. Пас Василий Йордан. Хороший пас, но слишком высокий на Юрия Нагорняка. Попытка неплохая, но немножечко высоковатой была эта передача. И Юрий Нагорняк не смог принять пас. Ну что ж, третий даун. Третий даун. Так, да, вот третий даун. Переворачивается у нас показатель. Нам показывают тем временем бровку команды Patriots. Это нападение, которое очень хочет вернуться на поле. Но сейчас они вынуждены просто морально поддерживать и переживать за своих, со своих коллег из защиты, которые пытаются противостоять Ужгу. Третий даун. Василий Йордан сам через центр. И блестящая игра. Не отпускает Василия Йордана никуда. Десятый номер Юрий Гундич. Тоже один из известнейших игроков украинской лиги. Останавливает Василия Йордана еще на самом старте его забега. Но мы видим, что третий раз сыграть фейк и комбинацию, собственно, с бегущим квотербеком не получилось у команды из Ужгорода. И четвертый даун. Вы посмотрите, да, будет у нас пант. Мы видим, очень далеко стоит Василий Йордан. И именно он будет пробивать ногой подальше на половину поля команды Patriots. Василий Йордан. И заблокирован этот пант. Заблокирован пант. И могут накрыть сейчас. Ребята из Патриотов. Великолепная игра. Блок панта. Мяч остается у Patriots. Буквально в 5 ярдах от зачетной зоны ужгородских лесорубов. Фантастическая игра. Сейчас мы посмотрим, кто заблокировал этот пант. Кто стал героем момента. В повторе. Прорывает защиту. И опять-таки 10 и 89 номера вдвоем сыграли. И опять мы обращаем ваше внимание. Юрий Гундич. Блок от него. Киевские патриоты в 5 ярдах от зачетной зоны. Итак, 16 номер, квотербек Рустем Сейтмеметов. Пас и почти дропнул Дилл Бартли. Цепляет его Дилл Бартли. Прорывается, проходит буквально 2 ярда. Близок был сейчас американский легионер команды из Киева о том, чтобы потерять мяч еще на подходах. Но смог его зафиксировать в своих руках и пробежать несколько очень нужных, очень важных ярдов для Patriots. Patriots, которые, конечно, хотели бы повторить успех своих, не знаю, правильно ли будет назвать, одноклубников из Бостона, обладателей Супербоула New England Patriots, но Тома Брейди киевских Patriots нет. Но есть Рустем Сейтмеметов, и именно он сейчас начинает очередной розыгрыш. 4 ярда нужно пройти для того, чтобы заработать тачдаун. Смотрим. Через кого будет игра? Пас, опять-таки, попытка вложить мяч в руки 23-му номеру Александру Симоновичу. Но реагирует очень четко на это защита лесорубов. Не дают возможности пройти Александру ни одного ярда. И третий даун ждет. Когда вам остается 5 ярдов, все кажется очень простым. Но на самом деле эта ситуация еще сложнее, чем когда вам нужно пройти все поле. Потому что последние 5 ярдов и концентрация игроков защиты на этом маленьком клочке поля, она невероятная. И сами понимаете, что выбрать нужный момент, выбрать нужную комбинацию очень сложно. Третий даун. Третий даун. 2 попытки осталось у киевских патриотов. Посмотрим, что сделает квотербек команды сейчас. Попытка паса будет. Уворачивается направо. Высокий пас. И это тачдаун. Очень красивая комбинация. Великолепный тачдаун. Дмитрий Захарыш ловит этот пас. Очень крутая комбинация. Вы посмотрите, как сейчас в повторе увидите, как освободился квотербек команды Рустем Сейтмеметов от опеки. Смотрим. Вот он пас. Рустем делает фейк. Уворачивается от одного игрока защиты. И очень высокий пас. Ну и здесь 2 игрока защиты остались не у дел. Смотрим повтор еще с другого угла. Как же хорошо отыграл у нас Дмитрий Захарыш. С первым номером именно он начинал у нас
на позиции контрбэка. И, кстати, двухочковая реализация через центр Далил Бартли. И реализация удачная. Простите, два очка зарабатывает дополнительных для своей команды Делил Бартли. И патриоты выходят вперед со счетом 8-6 за 5 минут 58 секунд до конца первой половины встречи. Ну что ж, целая комбинация удачных моментов. Для начала шикарный блок панта в исполнении 10-го номера Юрия Гундича. Потом очень классный пас от Рустема Сатмиметова на принимающего Дмитрия Захароша, на тайтенда слэш-квотербека, потому что мы видели Дмитрия в начале этой игры на позиции квотербека. Не получилось у него хорошо себя реализовать, но и вот на позиции тайтенда зарабатывает он первый тачдаун для Патриотс в этой игре. 8-6. Киевская команда впереди. Ну и сейчас им придется защищаться. Мы слышим информацию, которая залетает от игроков команды Патриотс, от тренеров команды Патриотс. Очень активно тренерский штаб, напомню, американский, полностью американский тренерский штаб под предводительством Джеффа Вайнела работает. Ну и поехали. Поехали. Смотрим попытку возврата. Дропает мяч сейчас. Дропает мяч. Первый номер Усенка. Усенка Ири. Ну нельзя так играть. Усенка Антон был сейчас на грани серьезной потери. Потому что если бы этот мяч накрыли игроки из Киева, все пришлось бы начинать сначала. Я имею в виду в защите Ужгорода. Смотрим. Дропает мяч Антон. Но Юрий Нагорняк был тут как тут. И накрывает он улетевший мяч своим телом. Лесорубы из Ужгорода переходят в атаку. По-прежнему уже привычные нам имена. На поле Усенко Антон по левую руку вместе с Энтони Бенсоном. Роман Богуславский по правую руку. Именно не на него сейчас идет пас. Роман Богуславский набирает дистанцию. Роман Богуславский останавливается, меняет направление своего забега и зарабатывает 14 ярдов для команды из Ужгорода. Ну и мяч передвигается сейчас на 39-ярдовую отметку от зачетной зоны Ужгорода. И продолжают играть в нападении бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата Украины. Классно работает ногами Роман Богуславский. Мы видим это в повторах. Но защита Патриотс уже разогрелась. Защита Патриотс уже читает комбинации лесорубов. Еще раз Роман Богуславский через центр. И на этот раз мы видим, далеко пройти не дают. Алексей Василевский, дефенсив текл команды Патриотс, останавливает Романа Богуславского. Не дает ему возможности заработать больше, чем 3 ярда за эту первую попытку. Что же, стоит отметить, что в третьем туре, который состоится через 2 недели, 27 мая, с бандитами будут играть лесорубы. Дома у себя в Ужгороде, а бульдоги будут играть с патриотами. Этот матч состоится в Киеве 28 мая. В третьем туре первого дивизиона, дивизион А. Очередная комбинация. Фейк, пас Василий Йордан на Юрия Нагорняка. Великолепный прием! Юрий Нагорняк! 20 ярдов, 10! Тачдаун или нет? Или останавливают все-таки Юрия Нагорняка? Его останавливают в 1 ярде от зачетной зоны. Не хватило буквально 2 шагов Юрию Нагорняку. И вы посмотрите, как классно он сыграл против сейфти команды соперника. Сейчас вы увидите на повторе, как четко он принял. И как же сложно остановить тайтенда. Видим, Василий Йордан. Высокий пас. Юрий Нагорняк прорывается дальше. И буквально 2 шагов, даже 1 шага не хватает ему. 64-й номер команды из Киева. Это лайнбекер Владимир Кульчицкий останавливает Юрия Нагорняка, не дает ему возможность заработать тачдаун. Но 1 ярд, 1 шаг остается команде из Ужгорода для того, чтобы заработать 2-й тачдаун. Еще раз смотрим на этот текл. Очень красиво. Колени игрока опустились на землю. Это значит, что игра должна быть остановлена. Василий Йордан. Снэп направо. И тачдаун в исполнении команды из Ужгорода. Это 2-й номер. Американский легионер Итан Мич. И счет становится 12-8 в пользу лесорубов. Но, конечно же, тачдаун от Итана Мича
Это хорошо, но то, что сделал Юрий Нагорняк на прошлом розыгрыше, это, конечно, на данный момент хайлайт всего матча. Более 50 ярдов получилось пройти одним пасом. Мы смотрим повтор розыгрыша, отброс чуть-чуть за спину. И Итан Мич, которого не ожидали увидеть, возможно, в нападении игроки киевской команды, зарабатывает тачдаун. Двухочковая реализация. Василий Йордан сам через центр. Василий Йордан не дают ему возможности добраться до зачетной линии еще раз. Ну и всего 6 очков зарабатывает Лесорубы. Счет остается 12-8 в пользу команды из Ужгорода. Они опять выходят вперед. 2 тачдауна у Лесорубов, 1 тачдаун у Патриотс. И сейчас киевляне опять выйдут на поле. Нападение киевлян, точнее, выйдет на поле. Так будет, наверное, правильнее. И будет пытаться заработать еще тачдаун и еще очки. Филдгол не дает возможности сравнять счет. Напомню вам, что в американском футболе есть несколько способов заработать очки. Первый — это филдгол, это удар ногой с любой точки поля, который приносит 3 очка. Есть тачдаун, который приносит 6 очков. То есть это занос мяча любым способом за лицевую линию поля в зачетную зону соперника. Ну и после тачдауна есть возможность провести либо одноочковую, либо двухочковую реализацию. Ну, есть еще сейфти. Ну что, тайм-аут у нас. Тайм-аут или флаг у нас? Да, я вижу, что тайм-аут попросил кто-то из тренеров. Да, тайм-аут был взят по той причине, что не все нужные игроки были на поле. То есть полноценного тайм-аута у нас не будет. Тайм-аут был взят для того, чтобы остановить этот розыгрыш. Мы видим, проводят изменения в составе игроки тренера ужгородской команды в первую очередь. И вот выходит на поле 68-й номер, дает команды и возвращается тут же 68-й номер. Это лучший играющий тренер. Ну и вот будет сейчас повтор стартового удара. На этот раз полный состав Лесорубов. И готовы они начинать этот розыгрыш. Ну что ж, поехали. Роман Богуславский, именно он начинает. И погнали. Возврат от Патриотс. Будет попытка вернуть. Смотрим. Неплохо начинает, но с 13 номера ворачивается еще от одного захвата. Но слишком далеко не получилось пройти у Сергея Лисюченко, который играет и так же, как и, например, Итан Мич в защите, в нападении. Он играет как вайд-ресивера в нападении, так и корнербека в защите. Поэтому очень хорошо он знаком со спецификой игры на разных позициях. Ну вот, низкий удар, не самый приятный, тяжело его поймать, тяжело зафиксировать мяч. Ну и мы видим, получилось здесь увернуться от 2-3 защитников, но дальше игрока Патриота восстановили. 34 ярда от своей зачетной зоны, и начинает команда из Киева очередной свой розыгрыш, очередную свою попытку в атаке. Посмотрим, получится ли у них. Ждем розыгрыш. Так, первый даун. На этот раз попытка через центр. Очередная попытка 23-го номера Александра Симоновича через центр заработать первый даун, но мы видим, не получается добраться до нужной отметки. Всего 5-4 даже ярда зарабатывает киевская команда. Но второй даун и 6. Сейчас мы смотрим на игру Рустема Сейтмеметова. Именно он продолжает руководить действиями команды. Мы видим первый номер Дмитрий Захараш. Он тоже на поле. Он шестым игроком стоит в хадле. Это тайтенд, который играет на блокировке, но и может играть на приеме через центр. Недалеко ушли игроки Патриотов. Вот Итан Мич как раз-таки играет в защите. Номер 2 ужгородской команды. Игрок, который только что занес тачдаун. Он и отрабатывает в защите. И отрабатывает, согласитесь, очень хорошо. Третий даун. 2 ярда. Всего-навсего нужно пройти Патриотс для того, чтобы продолжить свою игру в атаке. Ну и давайте посмотрим, получится ли у них. Один ресивер слева, один справа. Это попытка опять через центр. И это не совсем удачная попытка. Останавливают Александра Симоновича. Не дают ему возможность прорваться Лесорубы дальше. И это был 50-й номер команды
из Ужгорода Марьян Штымак. Именно он останавливал бегущего патриотов. Четвертый даун. И возвращается. Мы видим квотербек после совещания с тренерским штабом. Рустем Сайтмеметов дает команду своим игрокам. Ну что ж, двухминутное предупреждение. Это значит, что... Команда Патриоты, у вас три тайм-аута. Две минуты до конца первой половины. Сейчас время уже будет считаться по-чистому. И три тайм-аута есть у Патриотс для того, чтобы время останавливать. Но им нужно сейчас пройти 3 ярда для того, чтобы оставить мяч у себя. Это будет розыгрыш. I-formation, так называемый. Два задних бегущих за спиной у квотербека. Тайм-аут. Тайм-аут Патриотс. Тайм-аут Патриотс не успевали разыграть. И очень много времени потратили на комбинацию. Не смог вовремя квотербек донести информацию от тренерского штаба до своих коллег, до игроков своей команды. Ну и мы видим, да, есть кое-какие претензии сейчас у игроков из Ужгорода, у Рыбальченко Дениса, потому что тренер Джефф Вайнл вышел на поле, не имеет права этого делать тренер. Команда должна подходить к нему, и мы видим, рефери сейчас... Простите, дает такую же информацию. Нельзя так делать. Ну и вот он тайм-аут. 23 counter trade. Okay, and we're gonna get this. No fuck-ups. I write 23 counter trade. Let's get it. Let's go. Yeah! Что ж, сказал только что тренер, что, ребят, давайте без... давайте, я не знаю, как правильно перевести, чтобы цензурно это прозвучало. Но давайте мы попытаемся сейчас не опростоволоситься и сыграем комбинацию, которую я вам нарисовал. Ну и смотрим розыгрыш той самой комбинации. Так, фейк, хорошая комбинация, и проходят нужные 3 ярда. Ну и действительно, тайм-аут помог. Делил Бартли зарабатывает нужные 5 ярдов, и это первый даун для команды из Киева. Время идет. Время идет. Играть нужно быстро. Смотрим. Первый даун. Итак. Комбинация похожая. Делил Бартли. Нет, на этот раз пасовая комбинация. Направо. Очень высокий пас. И не поймал. Не поймал. Какой хороший был пас. И высоко очень летел мяч на Александра Худаева, на вайд-ресивера. Давайте посмотрим повтор. Попытка неплохая, но не смог зафиксировать ресивер. К сожалению. Была очень хорошая попытка. Могли в 15 ярдах от зачетной зоны соперника оказаться киевляне, но не зафиксировал мяч. Ресивер, мы видим, успокаивает его сейчас тиммейты. Александр Худаев был близок к тому, чтобы привести свою команду сейчас к очередному тачдауну. Так, очередной розыгрыш. Квотербек отбегает. Пас. И очень хороший прием. И ваут выбегает. У нас первый номер. Тайтенд Дмитрий Захарович, тот самый тайтенд, который заработал первый тачдаун команды Патриотс. Зарабатывает первый даун для своей команды. И что самое главное, он выбегает за пределы поля. Это значит, что время останавливается. И целая минута и 13 секунд есть у Патриотс. К тому же еще два тайм-аута у них в запасе. Вот, хорошо. Набрал дистанцию Рустем Сайтмеметов. И отдает пас на Дмитрия Захарыша. Первый даун. 10 ярдов. Киевляне в атаке. На этот раз увидим новую пасовую комбинацию. Пас. И как же не смог зафиксировать на мяч 23 номер. Александр Симонович. Второй раз мы видим уже за эту игру комбинацию, когда running back, full back, точнее, команды из Киева играет на приеме. И второй раз не смог он зафиксировать, принять этот мяч. К сожалению, конечно же, для болельщиков команды Патриотс. Но время остановлено, так как пас неточный. Время не идет, и остается целая минута 9 секунд. Вот он повтор. Прорвали защитную линию игроки из Ужгорода. И вынужден был быстро избавляться от мяча
Сайдмиметов отдавал его на Симоновича, но, к сожалению, пас не прошел. Смотрим. Еще одна комбинация вкладывает в руки раннингбеку. 23-й номер набирает дистанцию Александр Симонович, но далеко. Ой-ой-ой-ой. А вот это вот доигровка после свистка. И нельзя так делать. Нельзя так делать. Нервишки пошаливают у игроков. Возможно, мы увидим повтор. Вы увидите, как игрок команды из Ужгорода уже после свистка доигрывал соперника. Вот сейчас будет повтор. Смотрите, Александр Симонович набирает дистанцию. Его пытается здесь остановить. Останавливается вот здесь. Все по правилам. Вот он падает. И вот она, доигровка после уже момента. А вот нарушение, конечно, у Александра Симоновича, потому что он со злости бросил мячом в игрока соперника. Это не спортивное поведение. И 15-ярдовым штрафом наказывается команда Патриотс. Подводит свою команду сейчас Александр Симонович. Это игра, это спорт, и неспортивное поведение в этом виде спорта, кстати, в отличие от многих других, наказывается очень серьезно, потому что 15 лишних ярдов придется пройти команде из Киева, и это, конечно, просто подарок лесорубам. Ну, второй даун у нас остается, и надо на этот раз более 20 ярдов пройти. Второй 25 для Киева. Это будет сложно. А вот это опасный момент. Ну, фамбл у нас произошел. Ой-ой-ой. Ужгородская команда зарабатывает мяч после фамбла. И какой же фестиваль ошибок сейчас от патриотов. Сначала нарушение, 15 ярдов штрафа. И сейчас потеря мяча. Мяч остался в игре. И, собственно, накрыли его игроки из Ужгорода. Я не знаю, видим ли мы на повторе конкретно этот момент, но это, конечно, очень неприятно. До конца первой половины осталось 20 секунд. 20 секунд, два тайм-аута есть у Ужгорода. Ну вот он повтор, смотрим. Да, теряет мяч из рук, игрок команды Патриотс и накрывает его лесорубы. 20 секунд у них, 20 секунд они в 35 ярдах от зачетной зоны соперника. Смотрим, Василий Йордан с мячом. Василий Йордан, будет пасовая комбинация. Василий Йордан, глубокий пас на 19-го номера. Не совсем точно получилось, но была неплохая попытка сейчас заработать около 20 или даже 25 ярдов у команды из Ужгорода. Немножечко не получилось, но время еще есть. 14 секунд. Второй даун. Слева Энтони Бенсон. Слева сразу же возле Энтони Бенсона находится также первый номер Антон Усенко. Ну и пасовая комбинация. Направо. Юрий Нагорняк принимает мяч. Держи мяч. Юрий Нагорняк, нужно брать тайм-аут. Лесорубы взяли тайм-аут. В первую очередь для того, чтобы время остановилось. Осталось у них всего несколько секунд. Но пройти нужно еще 15 ярдов. Вот там повтор момента. Очередной высокий пас и очередной шикарный прием от Юрия Нагорняка. 49-й номер, зафиксировал он мяч. Сбросил с себя одного защитника и был остановлен только Денисом Квашуком, корнербэком киевской команды, который не дал возможность занести в тачдаун этот пас. Времени осталось буквально на одну атаку. Василий Йордан. Тут же пас налево. Энтони Бенсон против двух игроков. А это нарушение правил. Это пас интерференс. Так играть нельзя. И киевляне нарушают правила в абсолютно ненужный момент. Мяч сейчас будет перенесен на одноярдовую отметку. Сейчас будет нам рефери сказать, что это интерференция паса. Так и есть, это интерференция паса. Первый даун для команды из Ужгорода. И половина расстояния до зачетной зоны. Ну что же, осталась буквально одна секунда у команды из Ужгорода. Поэтому, скорее всего, вот этот
розыгрыш последний в первой половине. Василий Йордан. И посмотрим, будет ли пас налево. Нет, пас направо. Высокий, высокий. Пас направо. Попытка поймать. Энтони Бенсон. Тачдаун. Феноменальный игрок. Феноменальный легионер. Мы с самого начала игры говорим о нем. И вы посмотрите, как он переиграл своего оппонента. Как он переиграл своего визави. Очень высоко выпрыгнул Энтони Бенсон. И тачдаун для Лесорубов. 18-8. Будет еще возможность реализации на последней секунде игры. Какой неприятный момент. Несколько глупых нарушений. Посмотрите на пас Василия Йордана. И как высоко выпрыгивает Энтони Бенсон. Ловит мяч. Переигрывает. Переигрывает 25-го номера. Переигрывает Дениса Квашука. Еще один повтор. Энтони Бенсон. Прекрасный кэч. Шикарный тачдаун от 4-го номера. Ну что же, реализация. Василий Йордан еще раз на Энтони Бенсона. И еще раз точно. И еще раз точно реализация. Да, реализация точная. Два очка зарабатывает команда Патриотс. Ну и вот этот вот символ. Дайте мне покушать. Энтони Бенсон одолжил у одного из игроков Национальной футбольной лиги с команды Dallas Cowboys. Но как же круто он играет. Эти высокие пасы в углы поля работают великолепно. Ну что же, 8 был счет до этой реализации. 28 становится он. И со счетом 28 заканчивается первая половина встречи между командами Киев Патриотс и Ужгород Лэмберджекс. Лесорубы ведут. Лесорубы, которые проигрывали даже по ходу первой половины, все-таки смогли собраться, все-таки смогли занести 3 тачдауна. Ну, мы видим, немножечко раздосадованные игроки Патриотс. Потому что придется отыгрываться. Придется отыгрываться. И во второй половине их ждет точно такая же очень сильная и очень мощная команда из Ужгорода. Ну, а лесорубам стоит отметить, что все те факты, о которых мы говорили, они сработали. Василий Йордан, великолепный квотербек. Роман Богуславский около 100 ярдов, наверное, набрал. Ну и Энтони Бенсон. Мы от него ждали. Мы ждали от него тачдаунов. Мы ждали от него реализаций. И свои тачдауны, свои реализации он заработал. 28 в пользу ужгородских лесорубов. 15-минутный перерыв начинается прямо сейчас. Отдохнут команды. Отдохнем и мы с вами. Никуда не уходите. Ну что, уже через 14 минут мы вернемся на центральный матч второго тура Украинской лиги американского футбола и продолжим смотреть за этим действительно очень крутым зрелищем. Анатолий Соловьевич, расскажите, пожалуйста, что значит вот такая вот игра, вот такой матч для города Борисполь? Потому что это необычное событие. Ну, хочу сказать, что это впервые в истории города Борисполя такой матч. И поэтому это для меня как бы это особый знак. Я так думаю, что сейчас только что мы в перерыве общались, у нас даже, оказывается, есть и команда регбистов, 30 человек. Поэтому я так думаю, что сегодня это будет хорошее начало для того, чтобы в Борисполе начался американский футбол, и который будет распространяться по всей Киевской области. Вы знаете, поначалу было сложно, а уже к середине матча уже все начал понимать. Вот поэтому очень захватывающий, очень интересный. Отличается кардинально от такого футбола, потому что здесь действительно для тех зрителей, которые пришли сюда, здесь он больше характерен как бы для семейного отдыха. То, что не скажешь об обычном украинском футболе или английском футболе, скажем так. Американский футбол отличается, это он больше как праздник для меня лично. Нету вот этих фаеров, нету дурных криков и так дальше. Вот в этом плане это есть преимущество. Здесь очень вложено много денег. За последние 5 лет очень много вложено денег. Ну, я, допустим, не жалею. Думаю, что наши люди, которые живут в городе Борисполе, очень удовлетворены этим. Это действительно лучшая арена сегодня в Киевской области. И это мы вкладываем деньги в будущее, деньги в здоровье наших ребят. Поэтому на это денег жалеть не надо. У нас сейчас другой стадион реконструируется. Есть мечта создавать поля с искусственной травой в каждой школе. Есть уже понимание среди депутатов. Я так думаю, что через 3 года вы, когда будете у нас, вы убедитесь, что такие стадионы будут возле каждой школы.
За вашей спиной сейчас мы реконструируем еще одно поле. Это будет с искусственным покрытием, там, где хоккей на траве. У нас команда играет в высшей лиге, заняла второе место в чемпионате Украины. Вот и поэтому тоже будет еще один стадион, еще одна гордость в Киевской области. Единственный стадион, кстати, такой есть в Киевской области. Поэтому это наш приоритет. У нас сегодня в Борисполе более 80 спортивных площадок, где дети имеют возможность в своих микрорайонах заниматься футболом, баскетболом, волейболом, ну, чем угодно. И сейчас, опять же, здесь недалеко проходит реконструкция баскетбольной площадки, баскетбольной площадки, где тоже будет иметь возможность наши дети и те, которые будут приезжать к нам со всей Украины, показывать высокопрофессиональный спорт. Ну что же, добро пожаловать в Борисполь на стадион «Колос». Мы продолжаем с вами смотреть за матчем второго тура Украинской лиги американского футбола, дивизион А. Киев «Патриотс» против Ужгород «Лэмберджекс», киевские «Патриоты» против ужгородских «Лесорубов». И вторая половина матча начнется с минуты на минуту. Напомним, что после первой половины счет 28 в пользу команды из Ужгорода. Ну и начинается у нас вторая половина, третья, четвертая четверть. Еще раз напомним, две четверти по 12 минут чистого времени на ваших экранах Джефф Вайнелл. Это главный тренер команды Патриотс. И его команда пока проигрывает. Команда Лесорубы будет принимать во второй половине. Команда Лесорубы будет начинать во второй половине. Ну и пока мы не перешли к игре, еще раз напомню вам, что генеральный медиапартнер трансляции, спортивный фонд Сергея Дядечка, Дядечка Спортфан, генеральный транслятор Most Video TV Production, ну и Украинская лига американского футбола выражает особую благодарность мэру города Борисполь Федорчуку Анатолию в содействии в организации этого праздника американского футбола на стадионе «Колос». И я, пожалуй, подпишусь под этой благодарностью, потому что действительно прекрасный стадион, прекрасная публика, хорошее шоу и есть на что посмотреть. Великолепный футбольный матч продолжится через несколько секунд. И мы с вами будем дальше смотреть за этим матчем. Не только мы. В перерыве удалось почитать отзывы. Нас смотрят и в Беларуси, и в Молдове, и в Казахстане, и в России, и в Венгрии, и в Дании. Всем огромный привет и спасибо огромное, что смотрите футбол. Начинаем третью четверть. И начинает ее команда из Ужгорода. Это первая попытка их пройти с мячом. Ну и вы знаете, на возврате заработал у нас Антон Осенко приблизительно 15 ярдов. Из 34-ярдовой отметки от своей зачетной зоны будет начинать ужгородская команда. Мы видели, что были в начале первой четверти огромные проблемы у защиты Патриотс. Не могли они справиться с комбинациями, с беговыми комбинациями Лесорубов. Роман Богуславский зарабатывал какое-то просто огромнейшее количество ярдов. Но уже ближе к концу первой половины, во второй четверти, начали читать комбинации Патриоты. И стало намного проще. Посмотрим, как будет во второй половине, поменяет ли свою игру Патриотс. Но пока мы видим нападение. Ой, почти дропнул мяч. Здесь ресивер команды из Ужгорода. Энтони Бенсон, тот самый американский легионер, который закончил первую половину
невероятным кетчем. Вы видели тот прием в конце второй четверти, когда он перепрыгнул своего конкурента и заработал еще 8 очков для своей команды. Здесь мы видим, практически уронил мяч, но все-таки смог его законтролировать и заработал буквально 2 ярда для своей команды. Ну, смотрим, получится ли со второй попытки пройти у ужгородского коллектива. Так, опять-таки через Романа Богуславского. И останавливает его защита киевской команды. Классная игра. Классная игра дефенсив лайна. И не дают ни пяди земли лишней. Не дают ни лишнего, ни одного метра. И мы видим, продвигается мяч всего на 1 ярд. 3-9 нас сейчас ждет. Начало очень классное у защиты киевской команды. Мы видим, простаивают пока корнербеки, нет пасовой игры. Несмотря на то, что 4 ресивера команды из Ужгорода на данный момент находятся на поле, мы посмотрим, возможно, в третьем дауне. Василий Йордан, пас на Юрия Нагорняка. И отличная передача. Юрий Нагорняк зарабатывает около 15-14 ярдов в этом розыгрыше. И очередной прием от него. Очередной прием на 10 плюс ярдов. Если дальние комбинации играет команда из Ужгорода, то играет через Юрия Нагорняка. Смотрим повтор. Вот он, тайт-энд команды. Очень мощный тайт-энд. Очень сложно его остановить. И есть еще 14 ярдов в статистике Юрия Нагорняка. Я не знаю, сколько точно, но я думаю, в районе 70 ярдов уже напринимал Юрий. И к тому же есть на его счету, вы помните, тот самый монстр-прием. Ну что же, первый даун. Роман Гуславский через центр. Хорошо прорывается. Зарабатывает еще около 7 ярдов для своей команды. Но через центр постоянно пробивается Роман. Да, в конце второй четверти, мы помним, получилось у Патриотс как-то переломить вот offensive line соперника. Ну, вы посмотрите, на какие дыры возникают в защите. И как же хорошо отрабатывают лайнмены. Вот эти 5 парней мощных, которые сейчас будут опять расталкивать защиту соперника. Получится ли еще заработать несколько ярдов? Роман Богуславский налево. Хорошо разгоняется. Роман Богуславский через центр. И только сейфки смогли его остановить. 91-й номер стронг сейфти Антон Долгополов. Не дает возможности пробежать Роману дальше. Но еще 17 ярдов зарабатывает он. Ну и маленькие проблемы мы видим у 25-го номера. Просит он замену. Это корнербэк Денис Квашук. Меняет его. Мы видим, не может продолжить он игру. Надо будет медицинская помощь. Будем надеяться, что все хорошо. Поменял его 21 номер. Максим Зубенко. Очередной розыгрыш. Высокий пас на Энтони Бенсона. И это очередной тачдаун Энтони Бенсон. Феноменальная игра от ресивера. Вау. Мне просто нечего добавить. И мы видим 21 номер, тот самый 21 номер Максим Зубенко, который только что вышел на поле, моментально реализовывает отсутствие основного корнербека игроки из Ужгорода. И какой пас бросает Василий Йордан. Давайте посмотрим повтор. Быстрый снэп. Василий Йордан. Видим, Энтони Бенсон за спину забегает своему корнербеку и опять перепрыгивает своего визави. Браво! Браво, Энтони! И еще 6 очков в копилку команды из Ужгорода. И двойная реализация. Посмотрим. Будет опять передача на Бенсона, скорее всего. А, хорошо, как играет у нас защита. Патриотс отличный. Отличный сек. Не дают возможности Василию Йордану вовремя выбросить пас. Но 6 очков в копилку лесорубов. Давайте посмотрим еще раз на этот сек. Красиво. 10 номер опять-таки отрабатывает Юрий Гундич. Тот самый игрок, который в первой четверти, вы помните, заблокировал пант и дал возможность своей команде заработать первый тачдаун. Расстроенные игроки Патриотс. Счет 26-8 в пользу гостей из Ужгорода. Но Энтони Бенсон, второй тачдаун на его счету. И предупреждали и мы. Предупреждали, понятное дело, и тренеры команды Патриотс о том, что этот парень опасен. И, возможно, стоит до конца игры попытаться сыграть дабл каверидж, то есть ставить двух игроков, которые будут прикрывать легионера ужгородской команды. Потому что
невероятный уровень игры. Если вы следите за американским футболом в европейских лигах, вы могли наблюдать за матчами этого игрока в составе одной из сильнейших венгерских команд, Мишка Стиллерс. Там он практически каждый матч заканчивает, имея 2-3 тачдауна на своем счету. Так, нарушение у нас имеется. Сейчас мы услышим, какое именно нарушение правил. Переговаривается сейчас между собой рефери. Ждем решения, с чьей стороны было нарушение. В любом случае, мяч на данный момент находится на 25-ярдовой отметке от зачетной зоны киевской команды. И немножко занимает времени сейчас обсуждение. Ну и ждем. Ждем информации от главного судьи этого матча. Нарушение. Команда «Лесорубы». Фальстарт. Команда «Патриоты». Нарушение «Спенка». Ну что же, два нарушения было со стороны патриотов, со стороны Лесорубова. Всетнулись они, то есть, собственно, одно нарушение перекрывает второе, поэтому по факту на поле ничего не происходит. И розыгрыш продолжится с 27-ярдовой отметки от зачетной зоны киевских патриотов. Киевским патриотам нужно отыгрываться. Напомним, что первую игру в регулярном чемпионате проиграли Патриотс в команды «Бандиты» со счетом 12-6. И второе поражение, конечно же, будет очень неприятным для них. Ну что же, смотрим на нападение патриотов в действии. На поле опять 16 номер. Рустем Сайтмеметов. И через центр. Нет, это все-таки пасовая комбинация. Но, если честно, не совсем правильно она разыгранная. И мы видим, что была попытка фейка, была попытка сделать вид, что будет очередная беговая комбинация. Но был пас. Пас был неточным. Очередной раз только что квотербек команды бегал на бровку, советовался с Джеффом Вайнеллом, с главным тренером коллектива. Не получается пока в нападении у патриотов все так, как бы им хотелось. Ну и давайте смотреть на второй даун в их исполнении. Так, есть у нас два ресивера, один справа, один слева. Есть в бэкфилде два игрока, два задних бегущих. И будет пасовая комбинация. Не самый успешный пас. Ваут выбрасывает мяч. По сути, даже не было попытки паса. И держится сейчас за ногу квотербек. А мы видим, накульгивает он. Рустем Сайтмеметов. Да, не... Команда «Патриоты», номер 76. Да, 76-й номер команды, offensive lineman Александр Мудрик нарушил правила. Холдинг в линии скриммиджа задержал он руками своего визави. В итоге 10-ярдовым штрафом наказывается Патриотс. Мяч отодвигается еще дальше от заветного флажка, от заветной пометки, до которой нужно добраться. И второй даун, целых 20 ярдов нужно пройти Патриотс для того, чтобы продолжить игру. Вернулся на поле квотербек. Сайтмеметов остается он с мячом. Ну и нужно, наверное, играть пасовую комбинацию сейчас. Потому что очень близко уже от своей зоны. Всего 17 ярдов осталось. Смотрим. Да, это будет пасовая комбинация. И как хорошо здесь Сетвелли практически перехватил мяч. Второй номер Итан Мич. Прорвали offensive line защитники команды из Ужгорода. Вот смотрим повтор. Сразу два игрока вывалились на квотербека. Успел он выбросить, но было очень близко. 27-й номер Делил Бартли готов был принимать этот мяч. Но не дали ему возможности. Итан Мич, второй номер, лайнбекер. В данный момент лайнбекер ужгородского коллектива помешал. Помешал совершить этот кэтч. Александр Худаев выходит на поле под 7-м номером. Меняет он 80-го номера вайд-ресивера Александра Фалько. Именно возможно сейчас будет пасовая комбинация на Александра Худаева. Так, смотрим. Да, идет пас на Александра Худаева, но очень неточный пас. Очень неточный пас. Ну и мы видим, не сработала эта заготовка американского тренера команды из Киева. И, к сожалению, нас ждет сейчас 4-й даун для киевлян. 4-20. Ну и вариантов, кроме как далекий пант, у Патриотс нет. На приеме уже готов Роман Богуславский, 33-й номер. Далеко в поле стоит и ждет
ждет панта. Он будет пытаться возвращать этот мяч. Ну, посмотрим, какой пант получится. Так, Патриотс. Довольно сильный удар. Роман Богуславский перепрыгивает мяч через него. Ну и надо ему зафиксировать, наверное, мяч и не возвращать его. Да, фиксирует он мяч. Очень успешно все получилось, потому что со своей 17-ярдовой отметки переносит игру Патриоты на 15-ярдовую отметку от зачетной зоны Лесорубов. Ну, давайте посмотрим еще раз на этот пант. Низкий пант, вращающийся мяч. Ударяется он на землю и перепрыгивает Романа Богуславского. Соответственно, вынужден раннинг-бэк команды из Ужгорода накрывать его на своей 13-ярдовой отметке. В нападении опять Лесорубы. Нападение опять Лесорубы из Ужгорода. И защита Патриотс выходит на поле. 10-й номер команды из Киева. Юрий Гундич раздает, собственно, свои примечания. Рассказывает, как нужно играть. Ну и давайте смотреть. Василий Йордан с мячом. И очередная беговая комбинация. Роман Богуславский отрывается от одного защитника. Отрывается от второго. Очень хорошо играет Роман. И уходит за пределы поля. Зарабатывает первый даун. Скорее всего, зарабатывает первый даун. Смотрим, будет ли... Смотрим на рефери. Да, это первый даун для команды из Ужгорода. И очередная классная игра от 33-го номера Лесорубов. Смотрим. Роман ударяется о спины защитников и очень резко перестраивается налево. Хорошая попытка захвата была здесь от одного из защитников Патриотов, но в итоге Богуславский зарабатывает нужные ярды. Так, Патриотс нарушение. 25-й номер. Да, ну что же, было нарушение, но отказывается от этого нарушения команда Лесорубов, потому что прошли они нужное количество ярдов, и первый даун у них имеется, поэтому продолжается игра. И смотрим. Василий Йордан, 4 ресивера, стандартная привычная расстановка. Роман Богуславский, возможность скрина. Энтони Бенсон принимает мяч. Энтони Бенсон увернулся от двух защитников, смещался в центр. Энтони Бенсон. Играли вот такой сейчас розыгрыш. Впервые в этой игре играли вот такой вот интересный розыгрыш, когда Энтони Бенсон уходил не в угол, а смещался в центр. Ну и эта комбинация получается успешной. И мы видим, здесь еще и несколько секунд смог продержаться на ногах американский легионер Лесорубов, но остановили его на 39-ярдовой отметке. Продолжаем смотреть за нападением Лесорубов. Время идет. Роман Богуславский через центр сбросил одного защитника себя, сбросил второго и был остановлен только 81-м номером команды Патриотс. Простите, 91-м номером. Это Антон Долгополов, стронг сейфти. Это последний игрок в расстановке. Вот если смотреть на защитные редуты команды Патриотс, стронг сейфти, как раз таки Антон Долгополов является вот последним звеном, тем самым парнем, который страхует, если вдруг прорывается нападение через первые две линии защиты, прорывается через defensive line. Вот, смотрите, Роман Богуславский сбрасывает одного защитника, сбрасывает еще двух и встречает его Антон Долгополов. Дальше, поехали, Роман Богуславский. Как же мощно-то он передвигается, но мы видим, не получается набрать больше одного ярда у него и в этой попытке. Ну и третий даун нас ждет, третий даун от команды Лесорубы. Но пройти нужно действительно совсем немножко. Один ярд, меньше одного метра. Смотрим на очередную попытку. Вот Роман Богуславский опять через центр. И не получается заработать нужный тот самый ярд. Скорее всего, будет еще одна беговая комбинация сейчас. Потому что очень мало нужно пройти. Нет, это пас. Василий Йордан, пас. Энтони Бенсон остается на ногах. Энтони Бенсон продолжает бороться. Энтони Бенсон с четырьмя защитниками Патриотс. Феноменальный игрок, феноменальный атлет.
Энтони Бенсон, как же сложно его остановить. 24 года этому игроку. Кстати, свое 25-е, 25 ему лет, 25-е день рождения праздновал Энтони вчера. 13 мая у него было день рождения, и в дороге сюда, в Киев, праздновал свой 25-й день рождения Энтони. Ну и вот, что может быть лучшим подарком для него, как такая феноменальная игра, которую он показывает сегодня. Потому что 2 тачдауна уже на его счету, а играть еще очень долго. Роман Богуславский через центр прорывается и зарабатывает еще 4 ярда в копилку свою статистическую и в копилку команды «Лесорубы». Очень уверенно себя чувствует нападение «Лесорубов». Сейчас на поле довольно быстрые розыгрыши. Ну, совсем ноу-хадлом это назвать невозможно, но розыгрыши действительно очень быстрые. Не дают возможности отдохнуть в защите «Патриотс». Ну и вы понимаете, что короткие, чем короче розыгрыши у нападения «Патриотс», тем больше времени в защите киевской команды приходится находиться на поле. Устают ребята, и это абсолютно понятно. Смотрим дальше. Второй даун. Василий Йордан. Пас по центру. Слишком высоко. Какой хороший там прием был Юрия Нагорняка. Так, а флаг почему? Смотрим, за что флаг. Прием был, по моему мнению, по правилам. Точнее, встреча Юрия Нагорняка была по правилам. Сейчас будет повтор. Довольно, конечно, неприятное такое столкновение. Это как будто об стену с разбега ударяешься, вот смотрите, и вот так вот 91 номер атакует Антон Долгополов, но, по-моему, вполне по правилам все было. Опять-таки, я не судья, и ждем решения арбитра. Вот так вот, как же больно-то это выглядит. Обсуждает между собой сейчас рефери, судейский хадл. И нарушение было в этом моменте или в каком-то другом? Так, меняют Антона Долгополова, потому что он тоже пострадал в этом столкновении. Нарушение. Команда «Патриоты», номер 91, 8, персональный фол, 15 метров штрафа, автоматический бегдаун. Ну что же, персональный фол дают 91 номеру Антону Долгополову за этот текл. И 15 ярдов штрафа, автоматический первый даун. Не спорит команда «Патриотс», не спорит тренерский штаб. Наверное, согласны все с тем, что это было уже после розыгрыша, что этот пас был uncatchable, что невозможно было его поймать. Поэтому излишняя грубость была со стороны 91 номера сейфти команды «Патриотс». И 15 ярдов зарабатывают дополнительных «Лесорубы». Смотрим. Осталось всего 9 ярдов до счетной зоны. Василий Йордан пытается найти место для паса. Передача Василий Йордан. Он слишком высоко на Энтони Бенсона. Ну и разводит руками у нас Энтони Бенсон. Пас получился неточным. Но на самом деле, вот, вроде бы не прошел, но это все равно только, да, первая попытка. Вот он повтор. Энтони Бенсон опять-таки с правого фланга забегал и открывался. Мы видим, очень легко отрывается Энтони. И открытым, кстати, был на правом фланге. Там в уголочке стоял Денис Рибальченко. Но не увидел его Василий Йордан. Пас пошел не совсем туда. А и мы видим, не получилось с первой попытки реализовать ужгородского коллектива вот те самые 15 ярдов штрафа. Но 9 ярдов до зачетной зоны. Василий Йордан. Очередной степ. Немножко высоковато. Василий Йордан уворачивается от двух игроков. Василий Йордан пытается забежать сам в зону. И остановили его на 3 или даже на 4 ярдовой отметке. Осталось совсем чуть-чуть. Очень хорошо здесь сыграла секондари команды из Киева. Перекрыли всех ресиверов, которые были готовы принимать этот мяч. И не дали возможности квотербеку команды из Ужгорода дать пас. Но смотрите, пытается найти таргет для паса Василий. Но вынужден он ногами набирать ярды. И останавливает его здесь на подходах к зачетной зоне. Валентин Удалов, 9 номер, лайнбекер команды из Киева. Ну и 69 номер классно здесь раскрутился. Опять в очередной раз мы отмечаем Алексея Василевского, дефенсив текла. Он отыграл очень хорошо. Третий даун. Осталось всего несколько ярдов. Ужгородская команда близка к тому, чтобы еще один тачдаун заработал. Василий Йордан через центр не пускает. Киевская команда не пускает квотербека. И нас ждет 4-й даун в исполнении ужгородских «Лесорубов». Время идет.
Ну что же, будут ли бить филдгол или будет попытка? Смотрим повтор этого третьего дауна. Ну, здесь без шансов было для Василия. Моментально возле него оказался Юрий Гундич под 10-м номером. И не дают возможности ни одного ярда набрать Василию Йордану. Это будет розыгрыш. Это будет комбинация. Так, что у нас происходит? Так, отгоняют детишек, которые пришли посмотреть этот мяч. И за зачетной зоной находятся дети. Очень опасное место, потому что комбинация может закончиться где-то на самом краешке зачетной зоны. И действительно можно нанести довольно серьезную травму ребенку. Продолжается розыгрыш. Так, Василий Йордан. Пас налево, высоко на Энтони Бенсона. Не поймал. Не поймал Энтони. Мы видим, он взывает, не знаю к чему. Но очередная была попытка дать высокий пас на угол зачетной зоны на Энтони Бенсона. Но на этот раз не смог Энтони Бенсон справиться. Да, и на этот раз мы видим, каверидж опять-таки был одиночный. И на этот раз 25-й номер отработал. Все-таки Денис Квашук при первом тачдауне тоже он работал с Энтони Бенсоном. Там у Дениса не получилось справиться с ресивером. Но здесь получилось. Не получилось заработать очки у лесорубов, ну и возвращается на поле у нас нападение киевских патриотов. Напомню, проигрывают они 8-26, и нужно реализовывать. Так, атака через центр. Хорошая попытка может быть. Неплохо ярды набирает американский легионер команды Делил Бартли. И до 23 ярдов он добрался. Первый даун зарабатывает. И вы знаете, если бы не сейфти ужгородского коллектива, мне кажется, смог бы здесь Делил набрать побольше ярда. Вот смотрим повтор. Хорошее начало. Прорывает defensive line. Немножко споткнулся об своего лайнмена. Ну и здесь только в секондаре останавливает его free safety Рибальченко Денис. Денис, который играет у лесорубов и в защите, и в нападении. Именно он остановил Делила Бартли. Не дал ему пройти дальше. Смотрим, очередная попытка. Так, опять на Бартли. Нет, это Пегги. Отличный сек в исполнении 50-го номера. Не дают пройти. Даже хоть куда-то не дают пройти своим соперникам лесорубы. Красивый был сек. Отодвигается линия скриммиджа буквально на 5 ярдов дальше. Конечно, неприятно начинать свой розыгрыш опять близко от зачетной зоны. И к тому же второй даун. Нужно набрать 10-11 приблизительно ярдов патриотам. Смотрим на розыгрыш. Есть два ресивера. Будет ли пасовая комбинация? Уворачивается от захвата. И квотербек хорошо набрал скорость. Ну куда ж пас в колени? Пас в колени дает он Александру Симоновичу. И вы знаете, третий раз в этой игре мы видим, как фулбэк, вот 23 номер, вы видите его на ваших экранах, Александр Симонович, третий раз уже за игру разыгрывается вот такая вот комбинация, когда открывается фулбэк и готов он принимать пас, но, к сожалению, не может удержать мяч в руках. Ну, тут, наверное, все-таки пас был не самым лучшим, потому что в колени он летел, и принять такую передачу очень-очень сложно. Не получается у Патриотс набрать нужные ярды. Ну и третья попытка сейчас у них будет. Третья попытка. По-прежнему нужно пройти очень много. Около 20 ярдов. Ну и смогут ли? Смогут ли? Так. Пасовая комбинация. Нет, это бег через центр. Хорошо. На этот раз опять американский легионер команды под 27-м номером Делил Бартли. Как же далеко-то он пронес этот мяч. Но вы знаете, не хватает. 6 ярдов останется. 6 ярдов приблизительно останется пройти здесь патриотам. 3-6. За 5 минут до конца третьей четверти. Делил Бартли пытается на себе протащить всю защиту. Смотрите, очень неплохо прорывается через одного защитника. Сбрасывает с себя 50-го номера. Здесь хороший блок от лайнменов, но останавливает его. Останавливает уже на 27-м. Ярдия от зачетной зоны киевских патриотов. Защита лесорубов. Четвертый даун. Ну и будет у нас
пант. Будет пант, нужно отдавать мяч. Пант. Пант успешный. Опять далекий пант. Опять через голову Романа Богуславского он перепрыгивает. И вы знаете... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут Роману, по-моему, не стоило опять мяч играл. Ждал он до конца. Неудачную позицию занял в момент панта. И опять мяч улетел слишком далеко. И вы знаете, второй подряд пант команды Патриот заканчивается тем, что розыгрыш вынуждены будет Лесорубы начинать прямо у своей зачетной зоны. Вы посмотрите, взял мяч в руки Роман вот на линии, и буквально тут один ярд он пробежал. Сразу же его остановили. И сейчас опасно! Опасно возле своей зачетной зоны команда из Ужгорода. Ну и главное сейчас не совершать потерь, главное не совершать фамблов, не давать неточные пасы, потому что любой перехват, любой фамбл, то есть потеря мяча может закончиться тем, что в атаку перейдут Патриотс прямо возле зачетной зоны соперника. Итак, Василий Йордан, будет пасовая комбинация, направо, на Юрия Нагорняка, и это перехват? Нет, это не перехват, очень близки были. Сейчас киевляне, Денис Квашук, чтобы перехватить этот мяч, но все-таки ударился мяч о землю. Это значит, что розыгрыш закончен. Это значит, что это неточный пас. Мы видим, уходит опять с поля. Вот нам повтор момента дают. Рискованный пас от Василия Йордана. Не фиксирует его Юрий Нагорняк. И, близок был Денис Квашук, чтобы совершить первый перехват в этой игре, но... Не получилось. Второй даун. Василий Йордан. Передача. Энтони Бенсон. И опять не точно. Сергей Лисиченко на этот раз играет. Корнербэк команды Патриоты играет с Энтони на левом фланге. На правом фланге против Энтони Бенсона обычно как раз-таки отыгрывает Денис Квашук. Один раз он уже в этой игре, мы помним, не дал Энтони заработать тачдаун. Третий тачдаун для себя. Третья попытка. Держит. Ну что, третья попытка, и вы знаете, у Лесорубов есть проблемы. Лесорубы не могут выбраться от линии своей зачетной зоны. А нужно продвигаться, нужно набирать эти 10 ярдов. Простите. Так, Василий Йордан, пас, четкий пас. И Энтони Бенсон на этот раз принимает. Энтони Бенсон остается еще на ногах. Как же мощно он играет. Ну, не получилось у Патриотс довести дело до четвертого дауна. Все-таки зарабатывают 10, даже 12 ярдов на этой комбинации Лесорубы. И на 18 ярдах, даже на 19 ярдах от своей зачетной зоны продолжится у нас розыгрыш. Мяч остался в поле, по-моему. И мы видим... Очередная попытка от Лесорубов. Итак, Василий Йордан на этот раз вкладывает в руки мяч своему раннингбеку. Ну, точнее, не совсем раннингбеку, а лайнбекеру, игроку, который отыгрывает и в защите, и в нападении. Но преимущественно в защите. Это Итан Митч, второй номер команды. Но не получилось пойти далеко. Получилось буквально заработать, не знаю, там несколько дюймов. И... Вот, быстро останавливает. Очередной раз отмечаем 69-го номера. Это Алексей Василевский. Останавливает продвижение Лесорубов по полю. Второй даун. Да, и третья четверть у нас заканчивается. Очень быстрая третья четверть. Очень много комбинаций у нас классных было. Но вот команды меняются. Сейчас половина поля. И начнется четвертая. Последняя четверть этого матча. Ну что ж, напомню вам еще раз, что 12 минут длится одна четверть в матчах Украинской лиги американского футбола. 12 минут чистого времени. То есть время останавливается, когда мяч уходит за пределы поля, либо когда у нас имеются неточные пасы, непринятые пасы. Каждый раз, когда мяч остается в игре, время идет. Ну, нам показывали повтор, еще раз повтор великолепного тачдауна в исполнении Энтони Бенсона, второго его тачдауна в этом матче.
Посмотрим, сможет ли еще Энтони один раз порадовать болельщиков ужгородской команды и, конечно же, всех собравшихся здесь, на Бориспольском стадионе «Колос». Посмотреть этот матч. Что ж, второй даун. Второй даун на 19 своих ярдах. Ужгородская команда. И еще раз попытка через Итана Мича сыграть. И через центр Итан Мич, но не получается у него набрать хотя бы 5 ярдов. А останавливает его на 22-ярдовой отметке. Вы знаете, поменяли немножечко свой подход к игре лесорубы. Меньше на поле мы видим Романа Богославского. Стоит отметить, что один из основных игроков ужгородских лесорубов, Павел Лесев, не играет в этой игре. Раннингбэк команды, который так же, как и Василий Йордан, так же, как и, собственно, Энтони Бенсон, играет одновременно и в чемпионате Венгрии. Ну вот, возвращается Роман Богославский, Василий Йордан. Василий Йордан уворачивается от первого захвата, дает пас, а Юрий Нагорняк! Юрий Нагорняк, как мощно играет Юрий Нагорняк, и первый даун. Вот такие должны быть тайтенды. 49-й номер команды из Ужгорода. 190 сантиметров, 106 килограмм. Очень мощный, опытный, 33-летний игрок. И не могут его остановить, киевляне. Давайте посмотрим еще раз повтор. Вот сейчас будет прием. И как хорошо отрабатывает Юрий Нагорняк после приема. Вот он, прием. Зафиксировал мяч. Сбрасывает двух защитников. И проходит еще несколько ярдов. Браво, Юрий. Хорошая игра. Очередной розыгрыш. Пас налево. Энтони Бенсон. Энтони Бенсон. Энтони Бенсон набирает дистанцию. Энтони Бенсон. Зацепили его за колено. И два флага у нас на поле. Посмотрим. Нарушение, по-моему, со стороны Патриотов. Скорее всего, холдинга. Ну, хотя, может быть, и холдинг со стороны лесорубов. Когда прорвался Энтони Бенсон, возможно, зацепили кого-то из игроков. Давайте смотреть повтор. Да, вы знаете, похоже на то, что холдинг был со стороны 57-го номера Патриотов. Или, ну, сейчас мы услышим, что скажет нам рефери. Нарушение. Команда лесорубы. Нет, все-таки лесорубы. 10 ярдов штрафа. Повтор первого даун. Да, все-таки нарушение со стороны лесорубов. Холдинг был со стороны одного из игроков ужгородской команды. И на 10 ярдов отодвигается ближе к своей зачетной зоне. То есть, по сути, нивелируется этот пас на Энтони Бенсона. И на своей 32-ярдовой отметке продолжает играть лесорубы. Так, пас. Василий Йордан. Хороший, далекий пас. Высокий пас. И как же неприятно сейчас. 17-й номер, Иван Ступицкий, корнербэк команда из Киева, мог совершить перехват. Первый интерсепшн в этой игре, но не удержал мяч в руках. Вы знаете, довольно наивный такой был пас. Далеко. Попытки поймать где-то далеко в поле Антона Усенко. Вот он с двумя игроками секондари боролся здесь. А Антон уходит сейчас с поля. Да, рискованный был пас. Ну, наверное, может себе позволить и Василий Йордан такие пасы. Команда ведет с счетом 26-8. Понимаем, что это целых три владения нужно Патриотам реализовывать тачдауны для того, чтобы догнать своего оппонента. Так что можно немножко рисковать. Второй даун, 11 ярдов. Василий Йордан через центр сам пытается бежать и останавливает его моментально в очередной раз. Юрий Гундиш, 10-й номер. Невозможно пройти через этого столпа защиты команды Патриоты. Уже, наверное, в пятый или в шестой раз в сегодняшней игре отмечаем мы Юрия. Один из опытнейших игроков. Опять-таки, очень мощный защитник Юрий Гундиш. 36 лет. Ему 105 килограмм веса при росте в 191 сантиметр. Атлет. Мощный защитник. И действительно, когда в него ударяется квотербек, невысокий квотербек, либо раннингбэк, пройти дальше невозможно. Василий Йордан. Третий даун. Уворачивается. И пасовая комбинация. Высокий пас на Энтони Бенсона. Энтони Бенсон поймал мяч! Вот это да! Вот это да! Энтони Бенсон продолжает дарить нам хайлайты. Какой классный прием от ресивера команды из Ужгорода.
Четвертый номер явно звезда этого матча. Один из самых классных игроков этой игры. Вы посмотрите еще раз. Очень уворачивается здесь сначала от первого захвата Василий Йордан. И вот он, высокий пас на 40 ярдов фактически. Энтони Бенсон остается в поле двумя ногами в борьбе против Сергея Лисиченко, против корнербека команды из Киева. И 30 ярдов остается лесорубам до зачетной зоны соперника. Лесорубы сегодня играют невероятно круто. Смотрим дальше. Роман Богуславский через центр. Расчистили ему возможность бежать. И зарабатывает он 5 ярдов. По чуть-чуть. Вот такие по 5 ярдов. Мне кажется, что Роман заработал уже, наверное, в районе ярдов 80 в этой игре. Вот так понемножку и по чуть-чуть набегал. Что и требуется от раннингбека в такой игре. Что ж, время продолжает идти. Мяч в поле. Это, конечно, на руку команде из Ужгорода. Они впереди. Они ведут. И чем больше мяч остается в игре, тем ближе окончание этого самого матча. И победа, первая победа в этом сезоне для лесорубов. Итак, Василий Йордан опять на Романа Богуславского. Через центр Роман Богуславский цепляет его. Есть нарушение, у нас флаг на поле. Роман зарабатывает первый даун. И ждем и обсуждения. Рефери между собой сейчас обсудят, что за нарушение у нас было. Ну вот Роман Богуславский на ваших экранах. Тоже один из основных игроков, главных игроков этого матча. Лесорубы. 64-й номер команды. Это offensive lineman Андер Азман, венгерский легионер коллектива. Сделал фальстарт в этом розыгрыше. Ну и, соответственно, все усилия Романа Богуславского нивелируются. Вот нам сейчас показывают повтор. Да, придется вернуться. Придется вернуться на 5 ярдов и продолжить игру с 27-ярдовой отметки к зачетной зоне патриотов. Василий Йордан. Пас на Романа Богуславского. Скрин. Комбинация. Роман Богуславский выбегает в аут. И а флаг зачем? Видимо, опять было где-то нарушение. Флаг вот здесь, в районе бэкфилда, был брошен. И слушаем. Нарушение. Команда Патриот. Команда... Да, это был фейсмаск. 64-й номер Патриотов. Фейсмаск, Кульчицкий Владимир. И нарушение со стороны киевской команды. Нельзя хватать игрока за маску. Ни в коем случае это запрещено. Это одно из самых грубых нарушений. Половина расстояния до тачдауна за фейсмаск. Это одно из самых, продолжу, одно из самых серьезных нарушений в американском футболе. Нельзя, запрещено строго-настрого хватать игрока за маску, потому что вы понимаете, что шея игрока — это одно из самых уязвимых мест. И когда на скорости тебя хватает за маску, можно, ну, действительно свернуть шею игроку. Поэтому очень строго наказывают рефери команды за это нарушение. И мяч перемещается до 15, даже до 14 ярдовой отметки. Первый даун у команды из Ужгорода. Василий Йордан по правую руку по-прежнему. Роман Богуславский. Два ресивера справа, два ресивера слева. И я бы сейчас ожидал пас на левый фланг на Энтони Бенсона. Давайте посмотрим. Так, нет, вкладывает в руки Роман Богуславский. Роман Богуславский через центр. Роман Богуславский. Тачдаун! Шикарная игра от лесорубов. Блестящая работа в offensive line. Никаких шансов не оставляет в защите соперника лесорубы. 32-8. Роман Богуславский. Давайте посмотрим еще раз. Отличная работа ногами. Уворачивается от секондари и заносит еще один тачдаун Роман Богуславский. Ну, первый для него в этой игре. Он заслужил, он наработал здесь на тачдаун. Сколько первых даунов принес он своей команде, сосчитать невозможно. Браво, Роман. Ну и реализация. Да, это будет попытка одноочковой реализации. Тот же Роман Богуславский выполняет роль кикера в своей команде. Ну и давайте посмотрим, получится ли. Роман Богуславский заблокирован на удар. И не получается. Не получается. Счет остается 32-8 в пользу лесорубов. Ну
Вот он, повтор. Не сдержали 25-го номера. 25-й номер Денис Квашук. Опять-таки, наверное, в 10-й раз за сегодняшнюю трансляцию мы произносим фамилию этого игрока. Тяжелый матч у него сегодня. Ему приходится персонально играть против Энтони Бенсона. А играть против игрока такого калибра — это невероятно сложная работа и сложная задача. Справляется с ней время от времени Денис. Молодой игрок, 25-летний игрок команды из Киева. Но полноценно удержать Энтони Бенсона очень сложно. Ну что ж, 9 минут до конца игры. И начинается очередной розыгрыш. Ждем возврата от патриотов. Поехали. И будет возврат. Будет попытка возврата от третьего номера Патриотс. Разгоняется у нас ресивер Патриотс. И останавливает ее точно так же третий номер команды из Ужгорода. Пытался Сергей Безуский здесь набрать побольше ярдов. Ну и, в принципе, вы знаете, его забег, вот этот 20-ярдовый, он тоже неплохо. Остановил его Денис Рибальченко. Вот повтор у нас момента. Хорошо, разогнался Безуский. Но, опять-таки, пробежать очень далеко и, не знаю, вернуть в тачдаун, конечно, это очень-очень сложная задача. Мяч остается в поле, время идет, и, конечно, это очень неприятно для патриотов, потому что они проигрывают, им, ну, им важна каждая секунда этой игры. Так, ну что же, два раннингбека за спиной у квотербека. Пас на 27-го номера делил Бартли. Очередная попытка. Ну и зарабатывает. Зарабатывает около 4 ярдов делил. Второй даун и 6. Сейчас ждет команду из Киева. Ну и мяч остался в поле, поэтому продолжает тикать часики. И это, конечно, очень неприятно. Да, мы видим, в поле остался делил Бартли. Продолжаем наблюдать за атакой патриотов. Так, очередной раз вкладывает в руки раннингбеку мяч квотербек. На этот раз это был фулбэк Александр Симонович. Именно ему отдавал Цвет Меметов этот пас. И еще 3 ярда набирает патриоты. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что отыграться за 7 минут, оставшихся до конца игры, со счета 8-32 практически невозможно. Поэтому играть только пасовые комбинации для того, чтобы экономить время, это, наверное, было бы расточительством. Хочется патриотам заработать еще несколько очков, сократить свое отставание от лесорубов и проиграть хотя бы не разгромно. Ну что ж, смотрим очередную комбинацию. И на этот раз будет пас. Рустем отдает на первого номера. Первый даун уже точно есть. Прорывается дальше у нас первый номер команды из Киева. Дмитрий Захарович, у которого уже есть тачдаун сегодня на своем счету. Но первый даун зарабатывают патриоты. Мяч остается в игре. И время продолжает идти. Вот появляется вариативность в действиях патриотов. То есть они играют пасовые комбинации, беговые комбинации одна за другой. Посмотрим, как будет дальше. Опять мы видим два раннингбека за спиной квотербека. И вкладывает в руки Делилу Бартли. Делил Бартли через центр. Делил Бартли великолепно отрывается. Делил Бартли. Делил Бартли. Тачдаун! Патриотс. Великолепная игра и шикарный тачдаун на 27-го номера американского легионера команды Киев Патриотс делил Бартли. Как же классно он разобрался с защитой соперника. И зарабатывает второй тачдаун для себя Патриотс. Давайте посмотрим еще раз. Вот он, Бартли. Уворачивается от двух защитников. Судья здесь едва-едва унес ноги и практически зацепил его сейфти команды. Сейфти команды, корнербэк, извините, команды Лесорубы, Усиков Константин. Кстати, играющий тренер также команды Ужгородской Лесорубы, но не получилось. Делил Бартли, второй тачдаун для Патриотс и двухочковая реализация. Получится ли опять двухочковая реализация? Делил Бартли, конечно, получится. Ну что же, из 16 очков набирает Патриотс. Счет становится 32-32.
16. И возвращают они надежду себе и своим болельщикам на то, что могут они еще в этой игре пободаться. Могут они еще в этой игре побороться и показать трехкратным чемпионам и бронзовым призерам, действующим бронзовым призерам Украинской лиги американского футбола, что Патриоты — это команда, которая будет бороться за самые высокие позиции в этом сезоне. Вот он, Дрилл Бартли, на ваших экранах. Великолепная игра от него. Общается он сейчас с тренером команды, с Джеффом Вайнеллом. Ну что ж, времени мало остается, и вот теперь вопрос в том, как будут играть патриоты. В некоторых моментах игровых, когда остается так мало времени, и ты проигрываешь 16 очков. 16 очков — это все-таки два владения, если с двойными реализациями. Возможно, стоит попытаться сыграть онсайд-кик. И да, и готовиться к онсайд-кику. Нет, это не онсайд-кик, это просто... Мы видим стандартный ввод мяча в игру. Ну и попытка возврата от команды из Ужгорода. И какая попытка возврата! Первый номер команды из Ужгорода. Это Антон Усенко. Тачдаун! Лесорубы. Моментально отыгрываются лесорубы. Но есть флаги на поле. Есть флаги на поле. И давайте послушаем рефери. И Усенко Антон приносит свою команду 6 очков. Нарушение. Команда лесорубы. 64 номер. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нелегальная замена. 64 номер. Команда лесорубы оказался на поле тогда, когда не должен был. Тут же флаг выброшен. И отменяется этот тачдаун Антон Усенко. Великолепный забег на 80 ярдов, к сожалению, останется только в виде вот этого повтора, который вы видите на ваших экранах. Очков этот забег не приносит команде лесорубы, так как нарушение правил, и будет повтор у нас стартового удара в исполнении команды из Киева. Обидно, досадно, но надо играть. Ну что ж, смотрим повтор момента. 7 минут до конца игры. И еще один киек. На этот раз опять в руки Энтони Бенсон. Энтони Бенсон пытается вернуть. Энтони Бенсон разгоняется. Энтони Бенсон уворачивается от одного защитника и накрывает. Энтони на 32-ярдовой отметке. Ну, не получилось на этот раз занести в тачдаун. Но все-таки около 15 ярдов Энтони Бенсон для своей команды на возврате зарабатывает. Что ж, в атаке сейчас будет команда из Ужгорода. И мы видим, не меняет, конечно, пока персонал. По-прежнему на поле основа. Все-таки два розыгрыша, два владения, которые нужно реализовать Патриотс. Вряд ли, потому что расслабляться ни в коем случае нельзя. И Василий Йордан с мячом. Посмотрим, будет ли играть беговые комбинации. Так оно и есть. Роман Богославский по центру. Ну и вы знаете, самое главное, это даже не то, что зарабатывает 3 ярда сейчас Роман Богославский. Самое главное, это то, что он зарабатывает приблизительно 40 секунд времени для своей команды, потому что таймер не останавливается, мяч остался в игре. И сейчас могут спокойно, размеренно планировать свои будущие комбинации игроки лесорубов. Времени у них достаточно, а вот как раз таки времени у игроков Патриотс все меньше и меньше. Итак, смотрим. Очередной розыгрыш. По-прежнему 4 ресивера не меняют свою позицию игроки команды из-за Ужгорода. Василий Йордан. Опасно было. Опасно было. Василий Йордан в какой-то момент показалось, что может потерять контроль за мячом квотербек команды из Ужгорода. Но он сохранил мяч у себя в руках. И давайте посмотрим повтор. Самое главное, оставил мяч в поле. Попытка надурить, опять-таки, защиту соперника у нас была. Был фейк. Мяч остался у Василия. Ну и пронес он еще 3 ярда. Заработал. И остается, мы видим, 4 ярда до первого дауна. Третий даун. 4 ярда. Василий Йордан. В центре. Роман Богославский споткнулся об игрока
защиты. 55-й номер команды из Киева. Это лайнбекер Евгений Бурым. Именно он останавливал здесь Романа Богуславского. И судейский тайм-аут. Вот такой ситуации у нас еще не было. Так. Да, это судейский тайм-аут, и будут сейчас, я так понимаю, мерять судьи, если первый даун или не хватило немножечко дистанции для того, чтобы нести. Смотрим повтор. Роман Богуславский хорошо играет. Простите, это был 56-й номер, Артем Пугач, лайнбекер команды «Киевские патриоты». И останавливают Романа Богуславского. И пошла у нас цепочная бригада. Это вот мы видим цепь длиной в 10 ярдов. Замеряет сейчас. Это первый даун. Заработали все-таки нужное количество ярдов. Ну и, наверное, даже дюймов здесь игроки ужгородской команды. И зарабатывают первый даун для них. Это очень неприятная новость, конечно же, для киевских патриотов. Потому что еще целых 4 попытки появляются у лесорубов. И лесорубы играет сейчас только беговые комбинации, которые, как я уже не один раз это озвучивал, позволяют оставлять таймер бегущим. 5,5 минут остается всего до конца игры. И смотрим на очередную комбинацию Василия Йордана и его команды. Василий Йордан с мячом. Роман Богуславский через центр. Моментальный захват. Еще и на своей спине смог пронести немножечко Дмитрия Губаря Роман Богуславский, но заработал всего 2 ярда, или даже меньше. Ну и будут рисковать. Вот вопрос в том, в таких ситуациях будут ли рисковать лесорубы, будут ли играть какие-то пасовые комбинации. В такие моменты ты не ожидаешь, что будет играть пасовые комбинации кто-то из игроков, но все может быть. Опять-таки, на элементе неожиданности можно сыграть. Вот это и делает сейчас у нас Василий Йордан. Пас на Юрия Нагорняка, и это первый даун, господа. Да, это первый даун. Поднимает руку рефери, перемещается у нас цепочная бригада. Очередной первый даун зарабатывает команда из Ужгорода. И опять-таки, оставляя мяч в игре. И мы видим, тикает таймер, показывает рефери, что время идет. Вот он, повтор. Юрий Нагорняк, великолепный кэч. 37-й номер сейфти команды из Киева Евгений Кравченко был рядом. Молодой 21-летний игрок. Будущее команды из Патриотс. Вообще Патриотс молодая команда. Все второй год существует этот коллектив. И только начинает свой путь в американском футболе, в украинской лиге американского футбола. Мы пожелаем им, конечно, удачи. Так, Евгений. Вы посмотрите. Юрий Нагорняк. Очередной прием. Не могут остановить этого тайтенда сегодня киевляне. Чувствует себя как дома на Бориспольском стадионе «Колос». Игрок команды из Ужгорода. Давайте посмотрим повтор. Василий Йордан вот так вот освобождается, скажем так, от опеки. Уходит из конверта. И очень четкий пас на 49-го номера своей команды. Классно в блоке сыграл Роман Богуславский. 33-й номер, видим, вот он. Вот она работа стоящего раннингбека, который помогает своей команде не только забегая с мячом, но и играя на блоке. Так, Богуславский через центр. Ну, это фантастика. Вы посмотрите на его работу ногами. Как же круто отрабатывает ногами Роман Богуславский. Я не устану повторять это. И я вам рекомендую смотреть матчи также венгерского чемпионата ХФЛ, Hungarian Football League, где играет Роман Богуславский за команду Мишкан Стиллерс. И вы посмотрите, как классно работает он ногами. Ну и, собственно, с украинским флагом играет не только у нас, не только в Киеве, не только в Ужгороде, но и в Будапеште. Матчи против будапештских команд. Будапешт Вулфс, Будапешт Каубелс. И приносит там также огромное количество ярдов и очков своей команде в венгерском чемпионате. В одном из лучших чемпионатов в Европе. 2 минуты. Команда Патриотов, у вас 3 тайм-аута.
Две минуты до конца игры, двухминутное предупреждение. По три тайм-аута есть у каждой из команд. Ну и понятное дело, что эти тайм-ауты не нужны на данный момент ужгородскому коллективу, но очень нужны будут киевлянам, если смогут они все-таки добраться до мяча. Так, Роман Богуславский через центр. Роман Богуславский. Ну и только на 10-ярдовой отметке смогли его остановить. Время продолжает идти. И соберутся сейчас очередной раз в хаддл. Игроки Лесорубов обсудят, что же им делать, какую комбинацию играть дальше. Ну, а мы спокойненько посмотрим повтор очередного забега Романа Богуславского. И очередные 5 ярдов в активе, или даже 7 ярдов в активе у этого великолепного игрока. Ну что ж, 11 ярдов до зачетной зоны патриотов. Ужгородские Лесорубы, которые, наверное, уже можно смело сказать, выигрывают эту игру, будут стараться заработать еще немножко зачетных очков. Роман Богуславский в полете его поймал. 56-й номер, Артем Пугач, лайнбекер патриотов. И мы видим, травмирован 64-й номер, просит замены Кульчицкий Владимир. Нужно быстренько его сменить. Выбегает вместо него 90-й номер, дефенсивенд Кирилл Пильчук. Он заменит одного из основных игроков, Владимира Кильчицкого. В этом моменте. Ну, время идет. И остается совсем мало, меньше, чем минута, мы видим, до конца этой игры. И вполне могут до конца игры остаться с мячом у нас ребята из Ужгорода. Потому что первый даун, и можно и сесть на колено, можно просто закончить этот матч сейчас, но не хотят этого делать ужгородские ребята, потому что Роман Богуславский хочет занести еще один тачдаун, его останавливает в 3 ярдах от зачетной зоны. Тикает время, и рефери поставит сейчас мяч, может быть, сообщит командам, сколько осталось времени. Ждут, пока арбитр остановит время. Ребята из Ужгорода, матч почти закончен. И не спешат они к хадлу. Не спешат они к своему последнему розыгрышу. И, возможно, сейчас последний снэп этой игры. Но нет, время закончено. И матч закончен. Со счетом 32-16 выигрывает команда Лесорубы из Ужгорода во втором туре дивизиона А Украинской лиги американского футбола. Первая победа для Лесорубов в этом сезоне. Киевские патриоты проигрывают и второй матч. Киевские патриоты первый матч, напомним, проиграли у бандитов со счетом 12-6. Сейчас со счетом 16-32 они проигрывают у Лесорубов. Ну и, конечно, команда из Ужгорода еще раз подтверждает свой статус фаворита, еще раз подтверждает свой уровень. Вы видели сегодня невероятное исполнение от Энтони Бенсона. Эти тачдауны, которые можно просто разбирать на хайлайты. Шикарная игра от Романа Богуславского. Ну и, конечно же, никто и никогда не умаляет заслуг одного из лучших квотербеков нашей страны, Василия Йордана, который сегодня сыграл фактически безошибочно и привел свою команду к победе. Ну что ж, выстраиваются команды вдоль 40-ярдовых линий на поле. И сейчас будет оглашен финальный результат этого матча. Сегодняшний матч со счетом 32-16 победила команда Лесорубы Ужгород. Ну что ж, со счетом 32-16 Лесорубы побеждают. Мы же вам напомним, что следующие матчи в дивизионе А Украинской лиги американского футбола состоятся через 2 недели, 27 мая. Лесорубы дома будут принимать киевских бандитов. Ну а в Киеве бульдоги будут принимать патриотов в третьем туре дивизиона А Украинской лиги американского футбола. Смотрите американский футбол, смотрите трансляции американского футбола на Мост-Видео ТВ, смотрите также на Динамик Спорт. Сегодня будет еще у нас один матч дивизиона Б сразу же после окончания трансляции этой игры. Играйте в американский футбол, увлекайтесь американским футболом. Это очень классный, очень атлетичный
и очень зрелищный вид спорта. Я надеюсь, что сегодняшняя трансляция добавит нашему чудесному виду спорта еще больше болельщиков, еще больше почитателей. Американский футбол в Украине развивается, и будем надеяться, что будет развиваться дальше. Все больше зрителей будет приходить на матчи, и все больше матчей мы будем видеть на таких прекрасных стадионах, как сегодня на стадионе «Колос» в Борисполе. Спасибо огромное командам за этот матч. Спасибо огромное еще раз мэру города Борисполя Федорчуку Анатолию, за то, что он содействовал в организации этого праздника на стадионе «Колос». Ну и напомню еще раз, что генеральный медиапартнер трансляции — это спортивный фонд Сергея Дядечко, Дядечко Спортфанта, генеральный транслятор Мост Видео ТВ Продакшн. Ну что ж, спасибо огромное командам. Патриоты и лесорубы собираются в центре поля. Как всегда, дружные отношения между всеми. Это большая семья украинского футбола. И это великолепный вид спорта. Для вас сегодня эту игру комментировал я, Виталий Волочай. Встретимся на следующих трансляциях. До скорых встреч. Ну что ж, только что завершился матч команды «Лесорубы» и «Патриоты». Сейчас мы общаемся с Константином Усиковым, так, главный тренер команды «Лесорубы». Ну, во-первых, давай поговорим о поле. С точки зрения трибун выглядело оно очень интересно. Как по поводу игры? По поводу игры — очень качественно, очень мягкое и очень удобное поле для игры сегодня было. Не было ветра. И погода такая не жаркая, мягкое покрытие. Ну, в Киеве это одно из лучших мест, где мы играли на сегодняшний день. Ну, на самом деле, спасибо Борисполю за то, что, да, приняли эту игру. Это действительно, в данном случае в Киеве таких площадок нету. Ребята устроили праздник, действительно, очень было интересно наблюдать во время перерыва. Какие-то там группы самодеятельности выступали, пели, очень круто. Теперь по поводу этого сезона. У вас уже сколько игр было и как вообще общее настроение? У нас это вторая игра. Первая игра была домашняя с киевскими бульдогами. Мы ее уступили с небольшим разрывом. Это вторая игра. Еще у нас будет домашняя игра с бандитами. Ну и потом дальше будет еще в Киеве. Настроение крайне боевое. Мы заряжены и мы хотим в этом году стать топом, ну или возглавить, стать чемпионами. Мы не хотим, мы думаем, у нас все по этому поводу получится, потому что и ростер, и состав этому благоволит. Что касается настроя вот на эту игру, с одной стороны, «Патриоты» — молодая команда, но в принципе амбициозная. Что ваше общее наблюдение? Так, ну сначала нас достаточно серьезно осерьезнил их игра с бандитами. Там был небольшой разрыв, после чего мы поняли, что наверняка их защита будет вязкая очень, и мы к этому готовились. Тактически, инструментально мы сделали игру таким образом, что у нас она и была и пасовая, баланс мы соблюли и пасовая, и беговая. Когда мы видели, что мы прикармливали игроков пасом, мы включали бег. Соответственно, когда мы бежали, прикармливали их бегом, мы включали пас, и это всегда практически работало. Команда не всегда из-за недостаточности опытности, наверное, не успела перестраиваться вовремя. И в этот момент мы запускали, ну, наши эти инструменты, которые приводили к тачдауну непосредственно. Ну, в принципе, вы достаточно титулованная команда, и видно в этом плане опыт, и виден, в принципе, это все реализовалось в счет. Что касается, что вы можете сказать по поводу вообще «Патриотов»? Были ли моменты, когда они доставили вам трудные такие вот эпизоды? Первая половина матча, первая четверть, когда мы только-только к этой команде, ну, присматривались, да? Мы присматривались, смотрели, какие они, как они нападают, как они защищаются. После чего мы это разобрали, вот, и дальше адаптировались под них. У них, как и ожидалось, достаточно вязкая защита, но, к сожалению, против бега они показали себя достаточно менее адаптивно, что ли. Они не всегда понимали, куда будет бег. И с опозданием его блокировали. Вот. Но против паса они достаточно хорошо сегодня сыграли. У нас были проблемы, когда мы начинали включать пас. Ну що ж, дякуємо за добру игру. Дуже дякую вам. Дуже дякую вам. Действительно, організація, ефір і організація наблюдення, то есть, да, очень круто. Достаточно интересно было играть.
это мотивирует. Мотивирует. Спасибо зрителям, которые смотрели стрим. Спасибо зрителям, которые пришли на игру. Хоть погода была сначала холодная. Но, тем не менее, мы попытались показать достаточно жаркую игру. Надеюсь, всем понравилось. Спасибо. Следите за нами. И самое интересное, что это был не просто стрим, это была действительно трансляция. И постепенно мы к этому идем. Мост Видео ТВ для этого помогает, наш главный партнер в этом плане. Так что все, спасибо большое. Спасибо. Хорошей дороги домой. До свидания. До свидания. Лесорубы вперед. Ну что ж, с нами был главный тренер команды Лесорубы Константин Усиков. Спасибо, будьте с нами. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы пообщаемся с руководителем команды «Патриоты», с Юрой Гундичем. Юр, что? Что произошло? Ну, во-первых, я надеюсь, что мы наконец-то начнем дарить нашим преданным болельщикам победы, которые приезжают к нам в один аэропорт Жулян и потом в Борисполь. Ну, что произошло? Мы строим новое нападение, да, у нас все тренера новые фактически, да, которые работают с сентября. Нападение строить очень тяжело, да, это еще полгода не прошло, как мы только пытаемся что-то сделать. Вот, защитки мы на самом деле были уверены, что сыграем лучше, что-то где-то видно надломалось, но надо отдать как бы должное Лесорубам. Ребята мега опытные, подняли всех, молодцы, с победой их. Вот. Ну и, конечно, огромное спасибо Борисполю. Я не знаю, надеюсь, когда-нибудь наступят времена, когда мы будем проводить матчи в Киеве на таких же полях. Это самое главное. Вот. Спасибо ребятам из Мост Видео ТВ, которые сделали трансляцию. Благодаря им футбол популяризуется. Сделаем выводы, поработаем над ошибками. Победы обязательно придут в этом году, я уверен. И нас еще ждет много сюрпризов, и вас тоже от команды «Патриоты». Опять же, два молодых квотербека, ребятам 22-24 года. Они, это первый год, когда они вот практически с зимы пытаются работать, бросать. Нужно время, просто нужно чуть-чуть времени. И вот я уверен, что ребята не опустят головы. Вот, мы уже где-то нащупываем наши победы, нащупываем нашу игру. Надо чуть-чуть подождать, вот, чуть-чуть больше практики. И на самом деле ничего не потеряно в чемпионстве еще, я уверен. Это только две игры, впереди еще четыре прекрасных матча. Мы дадим бой каждому сопернику и будем сражаться до последнего. Временами защита была наша просто великолепна. Я хочу снять шляпу просто перед ребятами, ланбекерами, линейными. Просто отстаивали 4 попытки под зачеткой. А потом переходит, конечно же, владение мячом, нападение. Нужно время. Нападению просто нужно чуть-чуть времени сыграться. Всего лишь время. Все придет. Ну, мы как проект, как организация действительно молодая, нам только год, но надо положить руку на сердце. 50% игроков – это все опытные ребята. Вот. Мы сыграли в этом году с очень сильными соперниками, да, это литвины, ребята из Беларуси, это бандиты, это Ужгород. Будет такой хороший стресс-тест, да, вот, все соперники как бы на уровне или выше уровня в каких-то моментах, да, вот, поэтому в таких играх проявляется характер, вот, ну, пока не получилось, но я думаю, что дальше пойдет легче, да, сейчас вот набили опыта немножко в этом году, 3 хороших игры, 3 хороших соперника. Я думаю, что остальные игры мы сыграем гораздо лучше. Ну что ж, будем надеяться. И поддержка, которая пришла, была на трибунах, тоже это было хорошо. И люди верят в вас. Так что удачи, удачи. Спасибо, что присоединились. Максим, такое чудесное поле. Вообще интересно, как получилось вот так вот пообщаться и договориться с городом Борисполем о таком прецеденте интересном. Скажу так, мы очень рады, довольны, счастливы от лица всех команд, любителей американского футбола. Благодарим Анатолия Соловьяновича Федоровчука за то, что мэр Борисполя пошел к нам навстречу, за то, что с помощью Бориспольского совета получилось организовать этот матч. Мы пришли с идеей подарить жителям Борисполя этот спортивный праздник, потому как этот матч был бы первым в истории. Никогда в городе Борисполе не было еще американского футбола. Вот. К сожалению, погода была достаточно холодная, но дождя не было. Пришло не такое большое количество людей, как мы рассчитывали, но те люди, которые пришли, им понравилось. Многие подходят, фотографируются. Для Борисполя это очень интересное событие. Для нас это хорошее знаковое событие. У нас возможность есть показать сейчас на всю Восточную Европу, как выглядит американский футбол в Украине. Для жителей Украины, людей, любящих спорт на Украине, мы рады, что у нас есть такая возможность благодаря нашим партнерам по трансляции, спортивный фонд Сергея Дедечко, познакомить, сказать, вот так это выглядит, приходите на наши матчи, давайте развиваться вместе, это очень интересно. То есть я думаю, что была яркая игра, хочется быстрее посмотреть ее в записи. Вот как бы это еще один спортивный праздник, и я очень рад, что
Мэры киевских областей идут нам навстречу. Я знаю, есть мэры в городах, в которых у нас есть команды. И Хмельницкий, и Мариуполь хочется отметить. И вроде в Ужгороде там все получается потихонечку. Если нас сейчас смотрят администрации разных городов или областных на Украине, вот так выглядит наш спорт. Вот это такой красивый праздник. Давайте дарить жителям ваших городов, областей такие вот события интересные. Я думаю, что это будет всем нравиться. Как можно оценить начало этого сезона? Сезон начался буквально не так давно. Расскажи, пожалуйста. Да, мы сыграли несколько игр. Открытием этого сезона была игра в Мариуполе. Отличная игра, шикарная. Я же говорю, что шикарный газон в Мариуполе. Есть партнеры и спонсоры, которые помогают, поддерживают. Местное управление молодежи и спорта отлично относится, всячески способствует организации. Есть небольшие шероховатости в организационных моментах, но мы над этим работаем. Ну, в любом случае, они должны были быть. Ну, я, в принципе, доволен. Я же говорю, что те проблемы, моменты организационного уровня, которые есть, мы сейчас устраняем. Вот сейчас сезон войдет в такую свою активную фазу. Сейчас будет больше игр в дивизионе Б, дивизион С, дивизион А. Следите на наших ресурсах за нами. Болейте за американский футбол. Я скажу буквально несколько слов, подробности я разглашать не буду. Мы планируем ряд интересных международных игр, и в ближайшее время мы их будем анонсировать. Как мы и говорили, что мы будем собирать сборную Украинской лиги американского футбола в планах на осень. Также игры лучших игроков, игры сборной Украинской лиги американского футбола, также с международными клубами. Я думаю, что это будут и белорусы, и, скорее всего, поляки. Тоже мы параллельно над этим работаем. Вот, собственно, вот такие ближайшие планы. Ну, как бы активная работа по организации игр, по организации матчей, по популяризации футбола. Вот, собственно, если в двух словах. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Это был президент Украинской лиги американского футбола Максим Шило. Ну и я с вами сегодня, Сергей Величанский. До свидания. До новых встреч.